Всем кусь, ребят, с вами Лиоми, и добро пожаловать обратно в Братату-Потату, в нашу картошечку. В прошлой серии мы с вами играли за мастера на все руки в бесконечном режиме, в том числе побегали с 12 палками. Сегодня про парочку моментов из того забега мы еще поболтаем немножечко. И в серии, ребят, у нас будет внепланово фермер. Объясню в процессе тоже почему и что и как. Мне интересно попробовать забег через сбор в бесконечном режиме. Что он сможет нам показать? Фермер получает плюс 20 к сбору, сбор увеличивается на дополнительно на 3% в конце волны. Плюс один к параметру сбор, если вы подбираете расходник, когда у вас полное здоровье именно. Выпадающий материал минус 50%. Фермер сильнее всего играет через сбор, чем любой другой персонаж. Чем Скряга, чем хоть кто еще. Давайте за нее начинать, и мы возьмем себе, соответственно, секатор, чтобы мы себе это фармили. Картофель и мед, я не знаю, почему он дается, предлагается мне эти, в принципе. Наверное, просто как идея на оружие, типа картошка не кидает, все дела. Без конца, пятая угроза, поехали. Так, нас интересуют тест-бруктики, подбирать их на full хп. Надо будет держаться на этом здоровечке еще. У нас сразу идет резерв по какому-то количеству сбора. Касаемо сбора, я просто предположил в прошлый раз, что персонажи через сбор могут быть очень хороши в этом самом, как я не предположил, точнее, мне про это писали, я объяснил, почему так. Почему так должно быть в теории. Так, уклонение, крит, удар. Уклонение мне, наверное, пригодится, я не хочу много получать ударов. Опа, вот это вообще хорошо. Ну, минус уклонение, правда, сразу же, да? Но, тем не менее, это крутой предмет очень для меня. Так, еще ролл. Еще один ролл сделаем. Еще один секатор нашли, хорошо. Мины, я думаю, не надо. Язык пришельца, дальность сбора повысит, в принципе. Вообще бы он мне пригодился, на самом деле. Хотя, нет, давайте пока не будем торопиться. В общем-то, мне писали, что вроде как персонажи, типа, мол, вот могут очень круто поиграть в поздней игре. Я объяснил почему, потому что у меня там, например, ну, сбора ты можешь очень быстро раскачивать, но много себе раскачать, он тебе будет постоянно и больше приносить денег. А у меня на последних волнах, там, я напомню, я фармил, ну, там, на 25, на 28 какой-то там, я фармил буквально там по 300-500 материала за волну, то есть вообще ни о чем. Сбор же в этом плане не будет страдать, как бы, от нехватки врагов или что-то еще такого. Процент корона мы берем. Но, как мне объяснили, офигеть. Так, вот это тоже надо взять, будет надо было сначала удобрение брать, на самом деле, ну уж ладно. Оказывается, есть такая штука еще, разработчики учли такой момент, что у нас после 20-й волны сбор падает на 10% на каждой волне, собственно. 10% от нашего итогового сбора отнимается, то есть. Я так понимаю, что именно от самого параметра. Поэтому он у тебя постепенно сойдет на нет. Соответственно, моя задача сейчас это набрать как можно больше сбора, набрать его целую кучу. И другие персонажи, если постепенно его потеряют, то этот персонаж может в теории его попытаться поддерживать. Потому что он его стакает себе в огромных количествах, и моя задача стакать его себе больше, чем у меня его отнимают. Давайте сейчас просто скорость возьмем себе, мне пока что в принципе будет хватать. Этого самого, как его будет хватать. Фруктиков, я думаю, по хилу. Спина, так, летучая мышь. Под вопросом, нужна ли мне на самом деле. Удобрение берем, секатор берем. Я не уверен, что я буду играть от краж жизни просто. Но, с другой стороны, ее добавить себе можно было бы. А давайте, ладно, минус чуть-чуть сбора. Можно пожертвовать, я думаю. В общем, моя задача получать сбора больше, чем у меня его отнимает. То есть, если у меня, например, 1000 сбора, у меня отнимут в конце волны 100 сбора. Моя задача за волну, за следующую, набрать как минимум 100 сбора. Тогда у меня сбор будет держаться на месте. Там все равно в один момент он, скорее всего, у тебя устаканится просто, знаете. То есть, у тебя будет возникать ситуация, что... Сколько бы ты сбора не набрал, если у тебя там будет его 5000, да, ты не сможешь его набирать себе столько же, вот, в огромном количестве, по 500 сбора за каждую волну. У тебя он постепенно просто вот уляжется. Если ты фармишь очень мало сбора, по 50 сбора за волну, например, да, то твое значение будет вокруг 500 барахтаться. То есть сколько 10% эти составляют, сколько ты фармишь, точнее, от какого числа это 10%, вот примерно вокруг такого количества ты должен будешь барахтаться. Вероятнее всего, я предполагаю, по крайней мере, что так будет работать. Но мы при этом не забываем про урон, то что урон мне в любом случае необходим тоже. Мастерство, это очень хорошо. Я беру сразу же. Ролим еще. Секатор еще один есть. Ни одной монеты не хватает. И есть садик. Это замечательно вообще. Порченные стероиды тоже можно взять будет. Мне как-то убивать врагов нужно. Просто мы деньги получаем частично от врагов, частично именно от сбора. Вот такая особенность нашего персонажа. Соответственно, если мы наберем себе очень много сбора и у нас будут какие-то доп. Источники, типа там какая-то то ли корона была, которая увеличивает сбор напрямую на 8% от итогового значения, это будет тоже очень круто. Другое дело, что у нас, наверное... Не знаю, мне кажется, должно как-то быть забаланс, чтобы этого тоже тебе не хватило. Но надо сказать, что респект разработчикам за то, что они вот учли такой параметр, например, да. Они при этом не убили его в хлам, например, да. Не сделали его неиграбельным в лупе. Они сделали так, чтобы ты не мог с ним ломать игру.
То есть вот убалансили это все. Это прям очень круто, очень здравое решение, как по мне. Так, 8 сбора добираем себе, хотя, опять же, можно было бы, наверное, 8 сбора мне лучше другие статы подыскивать. Хоть сбор мне не нужен, мне нужен, но я его с других источников гораздо эффективнее могу получать. Так, это все скупаем, сделаем один ролл еще. И секатор еще один, отлично вообще. Сразу покупаем его, да. Поехали, у меня там одна орда была, 11, на 11 волна будет с элиткой. Собирать фрукты сразу же мне нет смысла какого-то, потому что они в конце мне притянутся. Надо, главное, их подбирать тогда, когда у меня фулл хп. Ну, в принципе, если в конце у меня останется пачка фруктов и меня там продамажит, то в любом случае часть фруктов уйдет у меня. Такое же количество их уйдет, собственно, в никуда. Главное не подбирать их тогда, когда у меня не хватает буквально капельки хп. Вот что важно. Тихо. Потому что тогда от них и мало эффективности в плане лечения, так еще и сбор я, соответственно, за них не получаю. Урона, что получится, не знаю. Мне кажется, секаторы далеко не самое сильное в этом плане оружие. Мне нужны доп-источники урона, возможно, какие-нибудь. Так. Хорошенько надо бегать будет. Большое уклонение желательно. Краж жизни 2%. Блин, я бы поискал что-то другое, но с другой стороны что-то другое. Если вряд ли найду сейчас синего качества. Ну, шансов не очень много, скажем так. Тыква. При пробивании больше урона. Но мне не подходит, у нас не будет никаких выстрелов особо. Охренеть! Это тоже можно взять. И солнечные очки тоже, в принципе, можно. Хотя у них 1.7. А, ну, множество крита хотя бы усиливается. С 1.5 и с 1.25 это прям мега отстойно было бы сейчас. Да и в целом мне сейчас процент урона значительно будет эффективнее. С x2, скажем так, шансом крита. У меня крит шанс имеет смысл, да, но все равно он дороже, чем крит урон идет. Но в будущем у меня будет полноценный x2, собственно, ну. Так что будем брать, я думаю. Тоже шанс крита. Хотя этому персонажу он далеко не сразу будет нужен. Так, там мне хватает, да? Хватает. И на сумку тоже хватает, отлично. Про броню тоже не забываем. Жрут мобы на поздних волнах, очень быстро начинают раскачиваться. Там прям не напасешься в этом плане. Ни кража жизни тебя не спасет, кстати, потому что 10 хп в секунду. Кто топит за кражу жизни, то она там тоже перестает настолько эффективно работать. Тебе в любом случае нужны какие-то доп. Источники лечения. Чем больше, тем лучше. Такие мощные, в том числе, как фрукты. Лучше не что-то одно, лучше все сразу, конечно. А там как попрет. Так, надо не забывать, что мы не пацифист. Нам то, что мы получаем материал из другого источника, не значит, что надо мобов не убивать как-то. Хорошая, высокая скорость бега мне, конечно, нужна. Но и мобов я должен как-то гасить тоже. Блин, вот этого я вряд ли снесу. Сейчас, тихо. Нет, сейчас самого снесу с таким успехом. Аккуратнее надо быть. 4 инженерия. Не подходит мне. Можно дальности добрать себе немножечко. Опа. 6 ближний бой можно взять. Хотя у меня и так его много весьма. Лучше процент к урону сейчас, если честно. Либо процент к скорости атаки даже. Наверное, процент к урону пока что все же. Так, секатор берем. Это тоже можно, в принципе, когтянку взять. Это тоже можно. И мне нужна сейчас броня и максимальное хп в первую очередь. Офигеть, у меня оружие на 8-й волне. 2 фиолетовых, 3 синих, 1 белое. Очень жестко. Бывает такое, что к этой волне у тебя, в принципе, там еще 5 слотов белого оружия. Тут уже по полному я набрал. Ну, хорошенько так подварило, конечно. Причем я удачу не качал даже. Удача бы мне тоже очень пригодилась на кибершары, на всякие вот такие вот эффекты, на проки, глаза и так далее. Все эти источники урона дополнительно мне бы очень пригодились. В идеале, кстати говоря, острый соус и взрывы, соответственно, от фруктов. Потому что фруктов у нас очень много. Другое дело, что фрукты я не могу притягивать к себе, пока у меня не фулл хп. То есть мне их будет трудновато собирать. Так, чтобы они давали мне и сбор, и при этом взрывались. Придется выбирать зачастую что-то одно из этого. Тихо. Уклонение нужно, чтобы, соответственно, меня реже пробивали по хп, в принципе. Фрукты не улетали так, плюс один буквально. Хилки какой-нибудь. Хотя тут, блин, такие тычки у врагов, что одного фрукта мне не хватает так-то даже. Эй-эй. Нормально, пока что более-менее держимся, но вот мобов хотелось бы поагрессивнее как-то выносить все же. Еще дамаг, уточка есть, хорошо. Зуб очень хорошо. Нужно больше скорости бега, потому что у меня сейчас всего лишь 2%. Но теперь мы замедляем дополнительно врагов еще. Это все ролл, секатор синенький. Острый соус. Я думаю, что этот персонаж, он скорее всего повышенный шанс получения имеет, потому что он ему идейно подходит. Берем. Язык пришельца, в принципе, пускай будет тоже. Ну, глядишь, где-нибудь он на дальность притяжения этих самых тоже влияет, сколько я помню, на дальность притяжения фруктов.
поэтому должно отрабатывать в принципе. Также, ребят, еще некоторые предположили в комментариях, там рассуждали, что, мол, вот как было бы круто, если сделать забег на мастера оружия через бесплотное оружие, как много было бы статов. Я там объяснял, в принципе, в комментариях, почему это не будет эффективно в принципе. Это будет либо на уровне с другими персонажами, либо, вероятнее, даже хуже, чем с другими персонажами. Потому что бесплотное оружие, оно не требует завивать им все слоты. Точнее, тебе наоборот, не надо его, скажем так, как сказать, там. Два белых оружия, они у нас по эффективности, по зачистке мобов, они как бы эффективнее, чем одно синее. Но в контексте бесплотного оружия, если киллы все уходят бесплотному чисто, то лучше одно синее, чем два беленьких. Потому что киллы между ними распределяются, а синенькая бесплотная требует меньше киллов на плюс один к стату, чем белая. В итоге ситуация, если так в лоб просто вот сравнивать реальный момент, выйдет не в пользу большого количества бесплотных оружий. 12% к урону еще. Один брони, всего лишь 7% крит удара, это много. Котелок. Плюс 18 сбора, плюс 15 удачи, много. Хоть сбор я сак набираю, но плюс удачи еще, который я надеюсь, что найду применение. Так, ролл. Это не хочу. Это тоже не особо хочу. У меня ближнего боя, в принципе. Хотя не так много, на самом деле, 12 всего лишь. Можно и взять. Правда, это прикачка статов туда-сюда. Можно и безумие взять. Блин, вот сейчас надо прям по выживаемости больше. Регена много, здоровья очень мало. Прям пипец, как катастрофически мало. Меня сейчас редкость несет. Прям вообще. Я не могу остановиться, у меня так много секаторов. 4% скорости давайте возьмем. А, следующая волна с элиткой, я не знаю, что мы с ней будем делать. Какая бы там ни была, она создать может прям серьезные проблемы. При этом я ее не сношу и близко вообще. У меня, в принципе, урона меньше, чем у других персонажей. Так еще и даже относительно фермера. Ну, хотя нет, урон-то как раз-таки у меня есть. Но я не смогу рядом с элиткой так выживать. У меня и броня понижена, и уклонений недостаточно, и здоровья очень мало. Все лечение, которое есть, это у меня от фруктов. Но у меня сам буфер здоровья очень маленький. Вот в чем проблема основная. Так, сейчас я не могу немножечко договорить свою мысль до конца. Касаемо мастера на все руки и бесплатного оружия. Лучше это в паузе в магазинчике объясню, собственно, на конкретном примере. Чтобы меня точно все правильно поняли. И потом не нужно было это объяснять еще раз. Потому что здесь я точно понимаю, как это работает. И могу, скажем так, участвовать в этом плане. А, в принципе, такая логичная вещь вполне. Так, очень аккуратно. Остается чуть-чуть совсем. Окей, материалы фармим, конечно, от души. 10% к урону, 4 дальний бой. Фикара жизни. Мне нужно хп. Еще хп, хп хочу. Блин, где хп? Ноги подойдут тоже, в принципе. Странный призрак. Ну-ну. Ну, в принципе, я могу его взять, на самом деле, потому что я сразу отхиляюсь. Я, наверное, возьму его, да. Так вот, ребят, касаемо бесплотного оружия. Белое бесплотное оружие требует 20 киллов, да? На то, чтобы дать один стата. Вот у тебя, например, на мастере на всю руки 12 белых оружий. Они требуют каждое по 20 киллов. Чтобы они хотя бы каждое дало по одному стату, это надо тебе суммарно сделать 240 киллов. То есть 12 на 20. Получаешь 12 статов за 240 киллов. Опять же, держим в голове это. Если мы берем 6 белых оружий и берем также 240 киллов, это, собственно, те же 12 статов. Только 6 белых. Точнее, только 12 белых, это как 6 синих. По количеству, по вот параметрам, да? А 6 синих, они требуют по 18 киллов на каждое. Если 240, вот это количество киллов, которое мы рассматривали, поделить на 18, на то, сколько требует у нас на один стат синее оружие, то мы получим 13,33 стата. То есть чуть-чуть побольше. И прикол в том, что мастер на все руки, он не будет больше киллов делать. У него, он забаланс на других персонажей тем, что у него много оружия, да? Но у тебя эти оружия будут меньше, ниже качественным, плюс еще он получает минус к урону. Поэтому если у тебя число киллов, скажем так, от того, что у тебя 12 оружия, не станет резко больше, то толку с этого бесплатного оружия, которого будет много, но которое будет ниже качеством, чем у другого персонажа, не будет. У тебя будет наоборот это даже работать хуже. Вот как-то так. Поэтому мастер на все руки с бесплатным оружием, с 12 этими самыми, не будет больше эффективности. Он не наберет больше статов, потому что все киллы, которые он делает примерно столько же, сколько другие персонажи, они распределятся между 12 оружиями, которые будут еще ниже качеством. Соответственно, требует еще больше киллов. Вот как-то так, ребят, на этот счет. Металлодетектор можно взять, он будет удваивать ценность материалов иногда. Но что-то как-то в совокупности, минус 5% к урону, еще ценник такой приличный у него весьма. Не особо хочется бандана, у меня нет снарядов. Нечем прошивать насквозь. Секатор еще синий, охренеть просто, сдуреть. Я не знаю, что мы будем делать сейчас. По здоровью просто... Блин, надо было динамит взять. Я что-то поздно сообразил.
У нас же динамит будет работать на этот самый, как его, на сок, да? На соус. Ну ладно уже. Растение маловато дает, но слушайте, пригодится тоже, я думаю. О, соус, ну ты хп хотя бы даст. Ой, не знаю, я что сейчас будет. Красный секатор, например. И белый секатор покупаем еще. Давай черный ролл сделаем, в надежде, что... Ох ты, блин, волшебный глист. Ох, надо как-то сейчас с ним выжить будет. Отталкивание 2 у секатора всего лишь. Так будет отталкивание вообще отсутствовать. 4% кара жизни, не уверен, что он этого стоит. Блин, нам бы выжить. Может стоит, знаете что, может быть стоит взять шлем. Хотя точильный камень должен дать больше. В перспективе, по крайней мере. Не, давайте пока что шлем возьмем. Точильный камень тоже пускай будет, да. 40 хп, элитка, поехали. Так, сразу фруктики. Отлично. Яйца ломаем. Это, в принципе, элитка, которая не так жестко стрет, но она подстирает другими мобами еще, помимо вот этих яиц. Насколько я понимаю. И вот в совокупности все это может дать очень неприятно. Накидать мне мобов. О, заспавнились засранцы. Это нехорошо прямо. А у меня радиусы взрыва, надо помнить, что очень маленькие. Пипец, она там... Мне хана. У меня не было буфера хп, у меня было очень мало здоровья. У меня было целая тонна оружия, но не было пассивок. Что я говорю, да. Оружие качать вначале как бы в приоритет, но не в ущерб всему и вся. Но тут слишком много наваливало, и обычно я отказываюсь от оружия, точнее от оружия. Я не могу скипнуть пассивки, здесь я не мог скипнуть оружие. Мне слишком много этого давало, но в итоге по статам мы прямо просели по полной программе. То есть была огромная перспектива забега, но я говорил до этого, я чувствовал уже жопой, что элитка это хана. У меня не было хп, у меня не было брони. Был огромный реген, был огромный перевес в сторону выживаемости по восстановлению, но не было буфера, чтобы я просто какое-то время пожил. Очень обидно, очень перспективно было, но вот, да. Хорошее тоже начало, кстати. Тоже мы нашли фруктики сразу же, но мне больше всего обидно за лист гринда вот этот вот, который дал бы мне много регена, вполне так, и хп бы тоже поднакидал. Правда, он тоже, ему надо какое-то время, чтобы разогнаться. У меня с восстановлением не было проблем. Он бы не решил все наши проблемы, но уверенности, скажем так, мне бы придал очень сильно. Ну ладно, сейчас по новой. Надеюсь, что дойдем до этого этапа с более хорошей ситуацией. Денег мы фармили опять же много. Мне надо как можно больше набрать сбора к 20-й волне, чтобы у меня был какой-то определенный, условно говоря, резерв, который у меня будет потом постепенно расходоваться. Шапка с винтом, кстати говоря, мне тоже. Мне удача, в принципе, подходит очень хорошо, потому что больше удачи... На самом деле, даже сейчас не особо нужно, но в будущем можно пригодиться. Если вот опять же минмаксерить и там рассчитывать точно на волны поздние, тогда безумие стоит взять. А здесь сейчас оно мне во вред. Больше. Потому что толку от него очень мало. Оно и стоит денег, еще и процент урона заберет, который у меня стабильный бонус дает все-таки. Надо удачу качать тоже, да, этому персу. И это и доп урон будет от кибершара и слоника. Плюс еще и фрукты из мобов. Можно будет гораздо агрессивнее рашить. Тогда у меня и урона там, может быть, будет хватать как раз-таки на наших секаторах. Но опять же, у меня вот, да, высокий уровень оружия далеко не всегда значит хорошо, если он берется в ущерб чему-то другому. Всегда важен контекст и баланс статов. Мне безумно нравится, как вот в бортате, собственно, динамика у тебя ощущается. Можно хп взять, да? Давайте рольнем разок. Ладно. Давайте броня тогда. Палка, безумие. А шапка с винтом, безумие берем, чтобы вот... Ох, мастерство. Динамит, на самом деле, на перспективу, на взрывные фрукты можно взять, но у них радиус взрыва очень маленький прямо. Секатор выпал хорошо. Вежливо пришельцы, я даже не знаю, по-моему, нам не надо его брать в этот раз. Я не хочу, чтобы у меня было много мобов. От них толку для меня вдвое меньше, чем обычно. Ну, в плане именно фарма. Там, конечно, они могут там надавать мне фруктики, да? Но я, по-моему, могу с ними просто скиснуть. В прошлой серии мне обратили внимание, что, оказывается, сдох я не от пришельца в первую очередь, а от того, что взял руку кровавую, или как она там называлась, которая меня дамажит постоянно по единичке. И проблема в том, что у меня были треугольники силы, которые при получении урона снижают мой урон на 2%, а у меня их было 2 штуки. Поэтому сдох я не от пришельца, но на самом деле моих слов касаемо того, что контекст и то, что пришелец не равно автопик, и что вот такое вот радикальное навязывание, что вот это, мол, всегда бери, например, оно все равно остается неуместным.
Потому что есть много ситуаций, в которых пришелец тебе реально поднасрет. Это штучка, которая для потенциала, скажем так, она полезна, если ты с этим справляешься. А если не справляешься, то будет задница. Давай сначала возьмем удачу в приоритете. Пока что мы живем, поэтому процент скорости бега может подождать. 9% уклонения очень хорошо. Это тоже замечательно. Берем, берем. Идем дальше. Но в прошлый раз, вот как раз таки, то, что я говорю все время про, этот, про контекст, да, кого-то, может, это подзаталбывает, но я пытаюсь, чтобы, знаете, так всегда более вдумчивые какие-то действия были, и меньше было таких вот радикальных требований, советов и так далее. Вот, например, рука, которая для меня практически всегда является автопиком, потому что она, да, ты получаешь урон каждую секунду, но ты, даже если ты не качал кражу жизни, она дает ее так много, что ты начинаешь от нее хиляться сильнее, чем она тебя дамажит. А она там что-то еще тебе при этом добавляет. То есть это предмет, который дает тебе нереально много регена. И почти всегда она очень хороша. Но вот именно была та ситуация, когда меня она в совокупности с треугольниками заруинила. А треугольники сами по себе, конечно, такой вот спорный предмет. Но при этом, не будь у меня их, я, может быть, до того этапа даже не дожил. Потому что они мне дали очень большой баф по урону, которого мне сильно не хватало. Плюс еще, конечно, я не рассчитывал, что такая ситуация получится, в принципе. А может быть, где-то я бы меньше, например, нафармил денег из-за того, что мне не хватало бы урона. То есть нельзя сказать, что вот без треугольников было бы все лучше. Без треугольников была бы ситуация в целом другая. Тележка, 16 сбора. Сразу себе добавить, да? Сразу его прям качать так. А давай. Хоть мы сборы сами качаем, если нам дают где-то много сбора, то это тоже пригодится. Ускорим прокачку тоже дополнительно. Вот это я зря подобрал, конечно, все. Надо сильные фрукты, иначе у меня потом в будущем одна тычка будет, и я не смогу особо... Кстати говоря, да, возьмите такая ситуация, я чувствую, что когда меня там, например, бьют на 50, мне сразу надо десяток фруктов, чтобы отхиляться, например. От одной тычки. А там меня и похлеще могут бить. И фруктов тоже так особо не напасешься, змовов их больше дропаться не будет. Особо. Ну так, ну, чуть побольше там, да, потому что дальше у тебя будет качаться, наверное. А фрукты с садиков, они будут ограничены, поэтому у меня так или иначе постепенно сбор, скорее всего, будет просаживаться. Но если мы наберем себе большой резерв сбора к 20-й волне, он мне потом еще прилично так надает. До тех пор, пока будет понижаться. Плюс 8 сбора не хочу вот так брать. 6% уклонения, 10% скорости атаки, давайте 10% скорости атаки возьмем. Две брони не пригодится, тоже пламенный кастет нет. Инъекция не хочу, слушайте. Я бы 3 регена себе взял. Бесплатный рерол. Когтянка недорогая, хотя блин, у меня 5% урона минус. Нет, давайте не будем брать. Удобрений, наверное, нет. Хотя оно быстро себя купит. Но минус один ближний бой еще даст. А давай, ладно, оно копеечку стоит совсем. Все, последний ролл. Это мы берем. И то, и другое сразу же причем. Так, у нас также две элитки, но теперь элитка на одну волну позже. Это, в принципе, на самом деле даже порой бывает влияет, потому что тот самый этап переходной, да, где между каждой следующей волна сильно может отличаться. И вот о чем я еще задумывался, как раз-таки в последнее время гораздо больше, после того, как поиграл, например, в Mage Seeker немножко, после того, как поиграл в Raven's Watch, вспоминаю некоторый другой опыт из игр, и понял, что очень сильно влияет, скажем так, на интерес к игре, как в плане геймплея, так и в плане просмотра, нереально сильно, наверное, в одну из первых очередей, это именно, что в геймплее не ощущался монотонным. И вот это тот самый параметр, который бывает чувствуешь буквально с первого часа игры. Вот, например, в Mage Seeker, в Raven's Watch на данный момент, в ранней версии игры, в Hades, например, и в ряде еще других игр, бывает чувствуется вот эта монотонность, из-за чего они как-то играются не так увлекательно и смотрятся тоже так. К ним быстро очень теряется интерес в плане просмотра. Я вот давно это ощущал такой момент, как автор, собственно, я понимаю, какую игру будут смотреть, какую нет. Зачастую я чувствую это заранее, а что-то понимаешь буквально с первой же серии. Просто от того, как ощущается игра. Но только недавно я врубился, вот как это объяснить получше, собственно. Что за это отличает вот такую условная такая монотонность геймплея. И вот в Братата, что вот кайф, у тебя нет ее абсолютно. Ты сколько в нее играешь, хоть 50 часов наиграй, она не будет монотонно ощущаться. У тебя на протяжении всего забега происходит что-то интересное. Постоянно что-то меняется. Вон Vampire Survivors, например, тоже есть такая, знаете, некая монотонность. Но там она сглаживается огромным количеством вот каких-то эффектов там и так далее. Хотя, опять же, все равно у тебя в плане именно в процессе у тебя слишком мало всего меняется. Поэтому она тоже так наскучивает.
в этом плане, вот Братата, например, Skulls of Heroes Lair, в котором тоже у тебя постоянно какие-то решения идут, да? И ты берешь предмет какой-то, интересно, у тебя кардинально все меняется. У тебя забеги отличаются друг от друга конкретно так. Ты не делаешь одно и то же на протяжении целой кучи времени. У тебя постоянно какой-то там, не знаю, интрига идет и так далее. Вот это все в первую очередь влияет как раз на то, насколько интересно будет играться игра. Многие игры, по крайней мере, так. Те, которые я предпочитаю по жанрам. И как оно будет, собственно, смотреться. Так, я чувствую, что меня засыпают, начинают по дамагу и по хп в том числе. Я очень быстро умираю. 23 хп на 8-й волне все-таки маловато. При этом фармим мы прилично. Инженерия не нужна. Так, скорость атаки еще или ближний бой? На ближний бой пока что. Мне нужен процент урона докачать еще. Лягушонка не берем. Вот белый флаг, кстати говоря, мне вообще идеально. Рубашка дровосека, мастерство, котелок. Можно взять, а можно и не брать, потому что дорого. Нет, удача, у нас есть слоник, да? Уже один, да, он по чуть-чуть будет бить. У меня вот один человек спрашивал, что у слоника скелется, потому что у него описание, мол, остается на месте, как и у того самого, как его, как у кибершара. Я сказал, что там шанс скейлиться, а вот сейчас смотрю, у него нет ограничений в 4 этих самых. Что был, мол, 100% эффект. Либо у него скейлится урон, как бы можно предположить, да, чтобы было не 25%, а скейла 50%, например, при стаках. Либо шанс, чтобы у тебя он чаще срабатывал. Но либо же у тебя несколько слоненок, что они отдельно друг от друга будут срабатывать. Возможно, еще такой вариант, о чем я только сейчас подумал. Не знаю даже. Так, мастерство, котелок берем, рубашку оставляем себе и надеемся, что сейчас не будет какой-то серьезной проблемы. Потому что у меня 24 хп, это прям жопа. Что я могу сказать тут? При этом дамага у меня как-то не особо много, если его, конечно, много не требуется, но потом все равно пойдут мобы более толстые. Здесь важнее, наверное, скорость атаки тебе скорее на этой волне. Следующая серия у нас, возможно, будет за ловкача какого-нибудь, не знаю. Насколько есть смысл, стоит ли мне делать забег, например, за стримера и за солдата, тоже бесконечно пытаться упороться. Не знаю, потому что это такие, знаете, персонажи наиболее... Ой, я сдох, кстати говоря, да, я убил уже. Что там была ситуация патовая, что я уже иду, не патовая, точнее, а вот матовая, собственно, можно сказать. Иду вниз, не успеваю уже на респы, и хп нет. 24 здоровья снова заруинили, просто нет хп. Найти бы желудок за него, да? Забавная ситуация, смотрите, говорю, мне ладонь сейчас даже выгодно взять. Она дает 3 сбора, плюс дает поддержку. Это даст мне еще плюс 5 сбора сейчас. Она пару волн со мной останется еще. В принципе, пускай она окупится буквально сразу же. У меня теперь 3 элитки, кстати говоря. Ну, блин, тентакли, это под большим-большим вопросом. Это только при киле критом еще и только с шансом дает мне хил. Она так медленно разгоняться будет. Но в поздней игре тебе нужны все источники регена вообще, чтобы выживать как-то. Если ты, конечно, не шотаешься вообще. Если мы наберем в 20-й волне, например, по 1000 сбора, то мы с этого сбора, пока он будет уменьшаться, получим материала примерно столько, сколько в прошлом забеге я получил за 10 волн, наверное. То есть да, он у тебя постепенно сойдет на нет, но он сойдет на нет к тому моменту, когда нас уже гораздо больше, чем я получил бы за многих других персонажей сам по себе материала за фарм волн, потому что врагов просто мало, они жрут очень сильно. И писали некоторые тоже, что там очень далеко получилось заходить за фермера порой. Там за 30 и так далее волны. Поэтому хотелось бы посмотреть, конечно. 15 удачи, жирно. 2 брони. Садик. И надо руку разбирать будет скоро, наверное. Может быть, стоит сначала мне... Блин, ну садиков 6, наверное, все-таки будет повыгоднее. Потому что они всего лишь 1 секунда режутся. То есть синий секатор не намного лучше, чем беленький. Но зато плюс садик сразу же. Вот единственное, что я не знаю, кстати, мне сбор, который у меня дает, он дает сразу мне материалы или дает после того, как у меня притянулись материалы? О, притянулись фрукты. Если он мне дает сразу же, тогда выгоднее фрукты собирать в процессе как бы волны, иначе тот сбор, который дадут мне фрукты в конце, он не дает мне сразу же материалы. Не уверен точно, как это учитывается, но я все равно буду собирать просто как пойдет. Как будет у меня удобнее. Капец, я вот этого одного снести вообще ни в какую не могу, он очень толстый для меня. Нет, там сейчас еще один появится... Даже 2. Ой, жопа. Желудок за этого перса был бы очень хорош, особенно если найти его пораньше, потому что он, этот персонаж, его может раскрывать на любом этапе максимально сразу же по 10 хп за каждую волну. Другие персонажи тоже себе 10 потом получают, собственно, но начиная там с 15, с 20 волны где-нибудь, и то не всегда выходит так. Чаще всего желудок как бы могут раскрыть все в итоге, но это раскрывает его гораздо легче и гораздо раньше.
12% урона, это хорошо. 9 хп, то что надо тоже, хотя там броня еще была полезная. Так, это мы берем, это мы тоже берем. Хотя у меня удачи пока что маловато, но все равно она будет работать. Я взял испуганную колбасу, еще вдруг я стихийный урон как-то раскачаю, колбас побольше наберем. Понятия не имею. Колбаса есть у мага со стартом. Мне предлагали такой вариант, мол, через турели, которые будут поджигать врагов. В принципе, звучит интересно. С другой стороны, там есть какая-то вторая турель, по-моему, она поджигает сама по себе. Ну, вторая турель просто не будет работать, ну ладно. Либо через что-то еще такое, то есть через оружие, которое будет поджигать именно. На турели вроде как оно работает именно. Не знаю, может быть, попробую я потом так. Медицинская турель, мне кажется, она даст мне недостаточно много, чтобы я ее взял за ее цену. Мне сейчас нужны другие статы в больших количествах. Эти 75 материала, которые идут на нее, ну, под большим вопросом. Взял в итоге еще одну колбасу, нашел. И что я еще, кстати, там говорил, да, не знаю, сколько есть смысл делать забег мне за солдата и за стримера. Это как персонажи, которые выглядят более заморочистыми, многие писали, что краски доставляют проблемы у многих. Я бы мог сделать за них серию, записать, пройти, но насколько они дадут мне прям вот интересный, уникальный опыт, отличный от того, что я уже как бы за них видел, я сильно не уверен. За солдата, в принципе, понятно, ты просто перебежками так передвигаешься, он достаточно такой заморочистый. Не заморочистый, точнее, а такой неприятный геймплей, как вам мне кажется. Как бы я за него прошел бы, но вряд ли ты за него далеко уйдешь где-то, собственно, в этом самом, как его, бесконечном режиме. За стримера... Там ситуация немножечко иначе обстоит, дело. Он может закопаться, если у него слишком будет много материала, он может нереально много фармить. Но тоже он мне вряд ли что-то прям уникальное даст. Корона, кстати, идеально вообще. Это метовый предмет этого персонажа, так понимаю. Прибор ночного видения. Для меня это просто большое переваливание статов. Причем дает крита, и, ну, дальность хорошо, он крит мне дает очень мало для моего оружия. И даст еще нормальное количество, он мне даст очень нескорость, когда у меня будет целая куча процентов урона, когда у меня будет уже секатора гораздо выше. То есть это на очень дальнюю перспективу. А сейчас он, честно говоря, мне конкретно так поднасрет, хотя 50 дальности. Жирно звучит. Я не знаю, я, наверное, его возьму. Но я сильно не уверен, я пытаюсь, что меня поняли, что это не автопик тоже, это прям вот стоит еще подумать. 170 материала, минус 2 брони, минус 3 макс УЗ, а крит мне как бы мало даст. Но 50 дальности тоже так прилично все-таки. Если мы продержимся где-нибудь там после 15-18 волны, то да, не зря будет, что я его взял. Но продержаться, скажем так, станет возможно посложнее, потому что я за эти деньги мог найти что-то себе получше. Так, 9-я волна снова. Здесь мне нужен именно небольшой урон стычки, а большое количество тычек скорее. Так, чтобы их хватало по урону при этом. То в прошлый раз я закопался из-за этого, из-за того, что недостаточно быстро бил, но больше даже из-за того, что резерва хп было мало. Сейчас у меня хп больше, чем было на 11-й волне в первом забеге, по-моему. Или погоди, или там 40 как раз таки было примерно. 40, может, 2. Но у меня сейчас очень слабенькие фрукты по лечению. Вот моя проблема. Я мало фармлю материала, мало фармлю сбор из-за этого. Какая пачечка. При этом толку от моих взрывных фруктов на самом деле не так много. Им реально нужен очень большой радиус взрыва, чтобы это работало. Ну, либо это будет работать, знаете где? Это будет работать, когда ты идешь рашить. Через толпу идешь, оно тебе хиляет. И вот ты в толпе как раз сразу будешь их взрывать, хорошо дамажить. Но подбирая вручную, мобы находятся на гораздо более дальнем расстоянии, чем тебе нужно. 6 ближний бой или 15 удачи? Вопрос на самом деле. У нас удачи и фрукты дадут, и слоники тоже. Но слоники пока что слабенькие, но они станут в два раза сильнее. Но 6 миль это тоже много. 9 макс УЗ или 9% уклонения. Я думаю, что пока что ХП. Хотя уклонение тоже нужно. Так, это за процент скорости будет давать процент к урону. Можно будет чисто процент скорости качать. Это, в принципе, полезно, на самом деле. Тем более, здесь еще лук рядышком находится. Да, давай возьмем. На перспективу во многом, но... Надеюсь, что того стоит. Так, отравленный напиток, тоже неплохой предмет. Утилизатор, хорошо, утилизатор мы берем. Это тоже берем. Минус 2 регена. Много других статов. 10% скорость, так, слушай, я возьму, да. Полезно все, что там статы были. У меня сейчас чудовищно мало урона, потому что у меня урон типа 14-14. 4 мили, 14% к урону. У меня мало процентного урона именно. Но в тот момент, да, когда тебе нужно всех статов, нужно продержаться. Пока станет более так уверен, чтобы хватало выживаемости и при этом по дамагу тоже. Чаще всего просаживаюсь почему-то одному из этих двух параметров. В данном случае по дамагу именно скорее. Причем по всем фронтам. И статов мало, и оружие как бы слабее, чем многие остальные. В плане именно урона, если выбирать. Жесть.
А еще мне не хватает силы хилок. Силы хилок моих фруктов, потому что они у меня по троечке до сих пор. Я не нашел ни одного предмета, который усиливать их будет. Буквально одна стрёмная пища, это почти вдвое усилило бы их лечение, но она мне не встретилась. До сих пор ни разу. Это очень плохо. 6% скорости, 6% урон дает. Тригольник силы ни в коем случае нельзя. Приманку можно, в принципе, рискнуть взять, хотя они могут доставить проблемы. Маленький качок тоже можно. Шлем воина. Минус 5% скорости, минус 5% урона для меня. Наверное, нет, все же. Не в этот раз. Стихийный урон. В него пока я качаться тоже особо не хочу. Так, во, радиус взрыва есть. Кислота, много хп, но минус процент к уклонению. Я не хочу себе брать, я хочу уклонение докачать. Правда, сейчас у меня его вообще по нолям. Ну, берем. Блин, я надеюсь, надо искать срочно. Мне буквально вот надо в ближайшие волны найти себе этот самый, как его, усиление хилок моих основных. А еще у меня нет, по-моему, зуба, кстати, если не ошибаюсь. Погоди, или зуб есть все же? Нет, уродливый зуб есть, хорошо. А тут, смотрю, вроде как замедляются все же. Без зуба эти могут доставить очень большие проблемы, конечно. Так, сразу хиляемся. Я не хочу, чтобы у меня оставалось где-то мало здоровья. Сунемся недалеко от садиков. Эти мобы с дэшеры, конечно, очень неприятные. Даже сейчас они бывают зачастую напрягают гораздо больше, чем вот эти, которые за тобой просто бегут агрессивно. Потому что у этих хоть меньше хп, но они гораздо быстрее преодолевают расстояние, с которого могут до тебя достать. Ну, когда начинают дышиться, они сразу бац, и рядом с тобой уже. Вот этих я выносить вообще не могу толком. С сундуками, которые. Не хватает катастрофического урона против них. Ну, не вылез все равно. Могли бы пробежаться, то на самом деле надеяться на фрукты. Правда, тогда бы сбор просел немножечко. Надо было так сделать, наверное. 6% урона берем. 12% урона еще. Давай. 6% скорости, это еще 6% урону. Опасный кролик, да. Шмуп, нет. Маловато стат. Пробивание у нас никакого не имеет. Тоже выстрелов. 5% скорости, 5% урона. Нет, не берем. Ищем что-то другое себе. 8% уклонения, в принципе, можно брать. Вроде у меня брони так мало, кажется. Я думал, что у меня больше и что-то. 137 стоит, честно говоря, дорого. Я возьму себе 3 удачи. 3 регена, точнее. Еще 3 регена. Дайте мне этот самый! Свинья копилка мне не нужна, она да, перестает работать с 20-й волны, кстати говоря, тоже про это мне написали в комментариях. На этот момент, что в принципе тоже справедливо, что ты не мог целую тонну просто на халяву фармить так, оставив себе. Сплав? Нет, наверное, тоже. Где мои усиления хила? Вообще не могу найти. Жесть. Их очень не хватает. Отравный напиток еще один. Наверное, нет. Давай еще один ролл сделаем. И нет, до сих пор все. Не найти. 12-я волна. Элитка. Носорог в этот раз. Я не знаю. У меня прям... Если меня будут дамажить как несколько раз подряд, я потом охренею отхиливать это здоровье. Броню надо повышать, чтобы хотя бы не так жестко били. В том числе. Но нужно просто усилить свои хилки в два раза. Это два беленьких предмета достаточно найти, и сразу же удвоение исцеления моего будет. Я говорю, это очень сильный предмет. Особенно, когда у тебя много фруктов. Но даже несмотря на то, что это как бы пул наших предметов, и шанс на него повышен, и не факт, что он мне попадется тоже. Зато в этот раз мне выпала, например, корона. Но вот фруктиков нет, к сожалению, сока и стрёмной пищи. В итоге фрукты я собираю, едва ли выхиливаюсь. Мы из-за этого проседаем не только в плане выживаемости, но и в плане сбора, соответственно. Гораздо меньше у меня, чем было в прошлый забег, скорее всего. Хотя нет, не факт, что меньше, потому что у меня есть корона, которая это компенсирует, может. 661 набрали, 569 сбора, прилично, да? Так-то. 3 брони, хорошо. Еще один садик. Замечательно. Свинья копилка не работает, потому что она в начале волны дает толку, мне с этого я трачу все деньги. Поэтому нет, не буду я ее брать, наверное. Давай возьмем себе вот это. Робот-странник, замедляет ближайших врагов. Я не знаю, это стакается ли с зубом. Если стакается, то будет очень хорошо. Я это возьму, надеюсь на это, по крайней мере. Колбасня сколько нанесла урона вообще? 2510. Ну, за столько волн. 200 хики можно ей дать, конечно. Давай, ладно, допустим. Давай костер тоже возьмем себе, и регены стихийка.
Солнечные очки под вопросом. Минус реген от расходников. Наоборот, то, что мне не нужно. Не, солнечные очки пока что не хочу. Минус процент скорости тоже не хочется терять. Хотя три брони приятно. Минус 10% к врагам, кстати говоря. 4 стихийные, я свечку, наверное, возьму. Она много у врагов у нас убавит. И мне это очень в тему. Лук в ужасе. Давай его. Плюс скорость бега. Плюс реген здесь. Нам очень полезно уменьшать количество врагов. Нам будет гораздо проще раскидывать их. И при этом по фарму мы особо не просядем. Все равно мне там, типа, 90% моего фарма это буквально... буквально фрукты. Так что мне вот этот стат очень полезен будет. Главное все равно не допускать до ротации. Хотя даже если до ротации моба дойдет, то они просто ротироваться будут медленнее. Не так меня хаотично засирать новыми спавнами. Не так часто подменять старых мобов, побитых, возможно, на каких-то более свежих. Ну и закапываться мы все в любом случае будем дольше. Соответственно, мне этап закопанный, скажем так, в каждой волне, он будет немножечко покороче, что тоже приятно. Много таких нюансов вытекает. Вот сейчас у меня мобы ротироваться пошли уже. Я могу, конечно, пробежаться туда, но, по-моему, я сдохну, если я слишком агрессивно в толпу влечу, потому что я не буду их так быстро убивать. У меня есть соус вообще хотя бы один. Соус один есть, да. Ну вот хп скелится. Но меня там снесут. Там по 14 тычки, типа, у меня фрукты до сих пор слабо хиляют. Их там в толпе несколько дропнется, конечно, но не настолько, чтобы затащить сразу же. Один брони, минус 2% скорости, 2% урона считается. Нет, давайте разберем. 6 хп. Давайте рольнем. Что ближний бой, ладно. 9% скорость, 9% урона считаете, отлично. Свечу берем. Солнечные очки. Теперь. Были бы у меня закрыты какие-то проки еще. Ну ладно, я возьму, допустим. Секатор синий. Знамя под вопросом. В принципе, у меня краж жизни нет. И я на нее особо не рассчитываю. Я буду мало делать тычек. Я могу ей жертвовать. И процент урона, процент скорости атаки раскачаем как раз таки себе. Кислота. Блин, у меня доджа до сих пор ни хрена нет. Мне нужно усиление моих хилок, капец, просто не встречается ни в какую. Это большая проблема. Пистолет-пулемет, глаза пришельца. Глаза я беру. Просто вот стрёмной пищи не навалило. Да, и босса, скорее всего, я тоже этого не снесу, элитку. Надо просто как-то пережить. Это не тот забег, который будет хоть как-то дамажить. То есть я даже если без непрерывно буду бить, я, наверное, охренею. Я непрерывно ее атаковать не смогу адекватно. Надо хотя бы не давать спавниться мобам, которые стреляют. Мы едва ли впритык могли бы успеть ее вынести, если бы все тычки наши шли в нее, мне кажется. И настолько мало у нас урона все же. Так, у нее скоро поменяется еще фаза, тоже надо забывать про это. Опасно. Несмотря на то, что мы ее сейчас особо не бьем, у нее, да, срок фаза поменяется. Ай-яй. Смерть, кажется. Да? Я чувствовал уже, что закапываемся. Слушайте, вообще катастрофически нет урона. Материала много, а я просто... Ни урона, ни регена не хватило. Жесть. Обидно. Сбора целая куча, но... толку, если ты умираешь от врагов просто так. Элемент рандома, конечно, у нас все равно остается, скажем так, имеет какой-то свой фактор, тоже имеет свое влияние, но спихивать на него, само собой, все было бы крайне глупо. Однако очень жалко и очень мало шансов было, что мне не попадется ни один баф на хилку, на фрукты, за весь забег, за персонажа, которого у них шанс еще и дроп повышен должен быть. Ну, прям вообще печалька была. Вот, где оно было в прошлом забеге? Вот четвертая волна. Нашел на изи. А там не мог. А, вот, смотрите, увеличивается на 8% при каждой активации до волны 20, после уменьшает на 10%. Погоди, а у меня в принципе прирост исчезает, что ли? Даже корона отключится у меня или как? Типа я только плоско могу собирать? Если бы у меня корона не отключалась и эффект этого персонажа тоже не отключался, то, наверное, ты мог бы перефигачить вообще этот дебаф. Наверное, у тебя полностью отключается баф и остается понижение. Наверное, так. Еще, кстати говоря, если задуматься, то за этого персонажа обезьянка и, например, этот самый слоник, они работают вдвое хуже, практически вдвое хуже. Потому что они же работают от подбора материала, да, у меня материал в два раза реже падает из мобов. А-та-та. Не вдвое хуже, потому что у нас остаются еще другие источники, типа из деревьев, например, у нас материалы вроде дропаются так же, да, ведь? А, стоп, написано, в принципе, выпадающий материал не из мобов, тогда в два раза хуже чисто. В таком случае, да.
А, например, из-за того же горлопана, да, который у нас увеличивает количество врагов, в принципе, у тебя, да, на 50%, по-моему, что-то такое, на 30%. За него это, наоборот, будет мега эффективно должно быть. А, или погоди, или как он там работает-то, а? У него не понижается количество материала, которое он фармит с мобов случайно, а? Который выпадает. Не уверен точно, если честно. Мне хорошо, нормально зашло бы за киллы кибершар, например, но киллы, на самом деле, я тоже не так часто делаю. Да, для этого персонажа эти предметы не настолько необходимы так-то. Точнее, не то, что необходимы, а не настолько полезны. Потому что они тоже не автопик, это не то, что всегда тебе прям нужно. Кислота на уклонение, забить болт, типа, да, качать себе броню. Я даже не знаю. Ну, давай попробуем, что ли. Корона. Замечательно. Блин, как приятно, когда фрукты тебя хиляют хорошо и когда у тебя есть броня. Все равно в толпу нужно думать, конечно, когда стоит прыгать, когда нет. Это надо учитывать больше, сможешь ли ты много оттуда вытянуть материала. И сможешь ли ты набрать фруктов больше, чем у тебя уйдет потом еще на исцеление, если у тебя ты за толпу фулово не отхиляешься. То есть моменты стоит взвешивать, если оно того стоит, тогда стоит бросаться, да. Но тут, конечно, от души. Материал сейчас у нас гораздо лучше начинает еще расти. Он на 16%, видите, увеличивается. То есть он у меня как бы, если было бы чисто минус 10% от моего значения, то он бы у нас все равно рос. Но я думаю, что он просто бонус включается полностью. Иначе бы это осталось сломано. Разработчики, я думаю, что это учли. При уклонении. Так, это не будет работать. И вот стеклопушка под большим-большим вопросом. Наверное, в этот раз я не буду брать, не хочу я минус 3 брони себе. Я лучше возьму себе... Счастливый талисман сначала или что? Так, а у меня 11-я была? А, нет, стоп. Мне казалось, что 12-я волна у нас будет орда. Походу, орда уже была, да? 11-я волна, походу, была орда. Я даже не ощутил. Хотя нет, так-то ощутил. Там было очень много мобов, ведь, да. Я просто был уверен, что у меня 12-я волна будет с ордой. А так, посмотрите, сейчас, насколько меньше мобов спавнится. Конечно, начало волны, но там в начале волны гораздо больше тоже было. Хотя эта волна, по-моему, с более жирными мобами. А вот это я, пожалуй, разберу. Мне скорость врагам категорически нельзя повышать. Я в итоге 79% уклонения нашел спину, потом взял еще пчелу. У меня в итоге уклонение в плюс уходит уже, и я могу его теперь добирать. У меня еще 20% скорость атаки за левелап там выпало красненьким после двух реролов. Тоже весьма приятно. И я могу взять себе краш жизни еще, потому что у меня ее, в принципе, очень много, она мне помогает весьма. Так, и здесь объединяем. Красный секатор, такой секатор. Донорство крови нельзя брать, потому что оно мне не позволит от фруктов бафаться на процессе забега вообще. Я буду постоянно не на фул хп. Оно было бы полезно, если бы я начал играть от взрывов фруктов, чтобы они стабильно как-то ко мне притягивались. Много сбора даст, но не настолько много, сколько я фармлю, и не-не-не-не. Оно будет отнимать у меня постоянно. Что удобно, может быть, у меня нет шальных тычек каких-то, поэтому у меня случайно мобы вот эти вот разделяться особо не будут. Я могу их вынести сразу же. Гнойнички выносить тоже так, этих мобов, которые появляются стрелковые. Но с другой стороны, все равно где-нибудь разбежаться вот так вот могут, потому что... Подходит, где-то я случайно в них попадаю. Как бы не шальная тычка, да, но случайная, но сблизи. Все равно все это не можешь проконтролировать так. Опа. Краж жизни, уклонение целая куча, минус 2 ближнего боя всего лишь. Охренеть, это круто. Это мега круто. И ноги я беру, потому что у меня есть... Ну, они в принципе полезны. У меня есть генератор энергии, я за ноги получаю плюс процент скорости. Лимонадик, ритуальчик. Вот опять же, да, медтурель еще слабее стала. Далеко не автопик предмет, как некоторые многие... Некоторые мне писали неоднократно. 5 хп, хорошо. Меч, так, не надо нам это. Секатор берем. Шапка с винтом под вопросом. 10 удачи, минус 2% корона. Процент корона у меня, в принципе, много. Давайте немножечко возьмем, ладно. Хамелеон в неподвижности плюс к уклонению. Но буду ли я стоять на месте под большим вопросом? Могли бы себе уклонение так вообще в лютый плюс вывести, конечно, почти в кап. Там было 50 практически. Но я даже не знаю, там 50 с лишним будет. Не только же 20%, но 3% еще стабильно. Но буду ли я стоять на месте? Скорее всего, нет. Я хочу в перспективе все-таки, чтобы у меня было 60% уклонения стабильно при движении. Вот это себе возьму, хамелеона брать не буду все же. Так, крылья. Это и урон для меня. Скорость атаки в неподвижности, минус скорость не пойдет. Стихийного урона у меня нет вообще, колбаса не зайдет. Окей, погнали, 15-я волна, элитка. Мне, конечно, гораздо комфортнее против орд за этого перса. Я хотя бы на них не чувствую никакого сопротивления, а элитка у меня все равно шансов снести очень мало. Но, по-моему, элитки появляются тебе раз в 5 чаще, чем орды. То есть, не в 5, чаще.
Чаще всего расклад такой, что две элитки, одна орда. Но три элитки встречаются чаще, чем две орды хотя бы. О трех ордах я подавнее говорю. Элитки весьма себе стабильно появляются. Хотя бы две. Чаще всего. Так, он снова там бегает, снова яйца спавнит. Да-да-да, аккуратненько за яйцами следим. Иногда можно пробегаться так тоже. У нас, в принципе, выживаемости много. Опять же, есть хорошее восстановление от фруктов, есть хорошая броня. Но тоже не стоит слишком сильно этим злоупотреблять, потому что каждый фрукт, подобранный в хилку, это минус сбор потенциальный. Ну что, так ты подбираешь, один в хилку уходит, а остальные подбираются, например, в сбор тоже зачастую. 1083, 838 сбора, плюс лимонад, отлично. 7% крит удара. Нет, 3% крит удара вообще сейчас. Мне по-прежнему процент короны выгоднее пока что качать, и будет значительно выгоднее даже, я бы сказал. Даже для красных оружий сейчас он выгоднее все равно. Причем намного, потому что его еще больше дается, в принципе. А проков у меня на этот самый ничего никаких нет. Давайте ролим. 9% скорости, отлично вообще. Крылья еще берем. Мне скорость пригодится, в принципе. Не откажусь. Это тоже берем. Бонус снова подпоздновато уже, я думаю. Хотя, может, стоило взять. Красный секатор на шару, ни хрена себе. Сразу готовенький, правда, за 239, но это все равно дешево для такого предмета. Пришелец мне не нужен. Садик можно взять. Сомнительное зелье, в принципе, тоже можно взять, чтобы было больше фруктов. У меня нет никаких проков от удачи, но все равно это имеет смысл, мне кажется. Охотничий трофей, вот оно. Шанс собрать один материал при убийстве врага критическим ударом. Он, причем, мне кажется, не уникальный предмет. Это его можно застакать. Но то, о чем я говорил в прошлый раз, что, опять же, надеяться все время качать криты ради того, что найти охотничий трофей. И типа, мол, вот там 5 трофеев будет, будешь набирать целую кучу материала. Я один не мог найти за 30 волн, не встретил ни одного. Это прям очень-очень тебе должно повезти. Поэтому качать криты, потому что есть парочка конкретных предметов имбовых. Но это не лучший аргумент тоже. Но это я уже не буду повторяться, я уже все это обмусорил и обговорил до этого. Садик берем, сомнительное зелье. Блин, ну мы и так находим на самом деле. Удача влияет сейчас, она не влияет особо, не так сильно влияет на предметы, которые будут в магазине, но она влияет на дроп фруктов хорошо из мобов. Я, в принципе, мобов убиваю тоже, поэтому пускай будет. Плюс еще, может быть, мы найдем какой-то предмет. Я теперь летаю, просто я чувствую себя ловкачом. Я очень быстро передвигаюсь, при этом я могу спокойно останавливаться в том числе. Так, у меня бафферы появляются уже вовсю. Не скажу, что у меня высокий какой-то урон, но постепенно я в нем начинаю раскачиваться. Персонаж очень много получает в итоге ресурсов, конечно. Гораздо больше, чем многие другие, чем большинство других персонажей. Если вот так вот материала набрать себе. А сейчас как раз наступает тот этап, когда я должен качать себе урона столько, чтобы секаторы вывести на уровень с другими оружиями по силе. Вот как-то так. Потому что все-таки оружие поддержки, которое хорошо подхиливает, но сами по себе по урону они прям вот так 6 штук. Слабее, чем большинство других 6 миль оружий. Очевидно, я думаю. Но зато они позволяют мне с выживаемостью меньше париться. И с денежками в итоге. Для этого перса особенно. За счет этого у нас целая куча денег. И мы можем просто тонну всего накупать. Вдвое больше, чем другие персонажи тратить денег. Правда, потом все равно ты даже на 1000 материала не так много всего купишь. Но пока что нас не касается. Пока что мы на это целую кучу покупаем. 3% кражи жизни еще. Давай, ладно. Так, это 25 левел уже, ни хрена себе. 12% уклонения или 12 хп? Уклонение должно быть получше, как, наверное. Хотя 12% скорости, если 12% урона еще для меня. Не перебор ли со скорости бега? Мне кажется, я ее где-нибудь еще найду. Давайте уклонение возьмем. Счастливый талисман. Давай, ладно, много удачи. Статуэтка скорость атаки в неподвижности. Можно минус 10% скорости себе сделать? Хотя, опять же, я не буду стоять на месте. Нет. Огонь разгорается быстрее. Не, нет огня. О, наконец-таки секатор хотя бы этот немножечко прокачали, беленький наш. Трактор не пойдет, он уже мало дает для меня крайне. Вот это можно, в принципе. Точильный камень. Давай у меня отталкивание. Все равно там уже в огромном минусе, минус 9. У меня там вроде была одна перчатка, но она не спасает ситуацию. Еще ролл. Наручники нельзя брать. Острый соус. Замечательно. Он у меня первый? Он у меня первый, да. Так, а вот это можно тоже. От критов у меня там что, погодите? У меня трофей был, да, от критов? Я его взял. Окей, 27 материала он мне сейчас дал. Он именно что не удваивает количество материала получаемого, а именно получить доп. Один материал. Потому что из некоторых мобов бывает выпадает 0 материала, из каких-то мобов бывает выпадает наоборот больше материала. Он может именно плюс один дать мне за каждый килл. Что при стаках, соответственно, приятно. Но нужно тебе и криты.
какие вы, собственно, делать? Надо его в первую очередь найти, я бы сказал, в этом основная проблема. Криты и найти. Должно совпасть то и другое. А когда ты даже с повышенным шансом не можешь найти, порой бывает белый предмет. Да, это я про фруктики все вспоминаю в предыдущем забеге. Это тоже нельзя списывать со счетов. Поэтому радикальные советы. Из разряда вот это всегда, да? Все же контекст важен. Все же не так не стоит, собственно, говорить. Прошлый век показал, что даже рука бывает иногда руиной. В некотором контексте. Прошлая серийка. 1337 материала, достойно. Давай. Еще 9% скорости. Капец, слишком много, мне кажется, уже. С другой стороны. 9% урона, еще щупальца, давай. Будет подхиливать меня. Окей, уже почти фул раскачали себе, кстати. Удачи, ой, как его, удачи, хорошо. Опа, все. Последний секатор, фул секаторы есть. Они причем нанесли так-то немало урона уже у меня весьма. Теперь можно сосредоточиться чисто на других статах. Вот это, кстати говоря, мне пойдет, потому что броня хп и минус скорости пойдет тоже, да. Я не хочу слишком много скорости. Броня в неподвижности, наверное, нет. Я не буду стоять на месте тоже, опять же. Хотя много брони и минус скорости, которую я бы урезал себе в принципе. Наверное, все же нет, стоять я вообще не буду. Дальность сбора, плюс к сбору. Нет. Ну это значит, что я пойду дальше. У меня свинекопилка 404 было монетки, да, стало 520. Сейчас реролы уже дорогие стали, и свинекопилка у меня есть, поэтому почему бы не заиспользовать ее. Так, здесь баферы есть, кстати. Смотри, у нас... Мы за элиткой так-то будем очень легко и быстро догонять, если она даже будет где-то от нас далеко находиться. Можно к ней прибегать и сразу уходить от ее атаки, например. За счет нашей большой скорости бега. Маневренность огромная, конечно. Главное еще контролировать, справляться с ней. Мне не нравится большое количество баферов вот этих вот. Из-за этого я с элиткой могу не разобраться. Слишком много на них отвлекаться приходится. Фруктики бахаем. По чуть-чуть. Зажимают, зараза. Надо было там около элитки, конечно, взорвать это все добро. Гаси, гаси ее. Так, меня сейчас снова здесь загасит так-то с таким успехом. Погодите-ка. Где она? Я не вижу ее. Нет, немножко не успели. Блин, слишком опасно было, когда я курсор взял в руки, чтобы в нее дамажить. Меня сразу сильно продамажили с разных сторон. Пришлось отходить, и мы в итоге... Немножко не хватило, очень жалко. Минус красный предмет. Но все равно урона, да, у меня меньше, чем в других забегах на этом этапе. Несмотря на то, что у нас так много ресурсов. Сейчас так много уже статов всяких набираем. 5 регена много, но мы его плюс уже что-то так себе выводить не особо хочется. Процент урона надо было, процент критов взять. Что-то как-то по инерции. Ну ладно уже. Так, 3 хп давай пригодится. Стихийки нет. Тихоходка не зайдет, потому что у меня ну, кони есть, но я все равно много получаю тучек. Мне не надо. Свертка, донорство крови, броня. Ролл. Шрамик. Минус 8 дальности. Давай возьмем, допустим, попробуем. 4% уклонения еще. Давай. Надо ближний бой раскачать, зря у нас его всего лишь 13. Прибор ночного видения. Вот сейчас это зашибись для меня. Вот сейчас то, что надо. Щупальца мне 5 хп восстановило за эту волну. При том, что у меня было, считайте... Ну ладно, у меня было... Нет, погоди. Да, у меня было не так много ридудара. И оно восстанавливает только тогда хп, когда у тебя его не хватает вроде бы. Поэтому система объективно тоже будет судить так. Это 84 мне напихало материала. О, еще крит-удар, кстати, да. Кибершарик, он будет роман. О, у меня уже есть один? У меня был один, когда я взял, уже не, вообще не помню. При гибели врага именно, хорошо. Не будем пчелу брать еще одну, я думаю. Треугольник сил нельзя. Адреналин, замечательно. Краж жизни замечательно. Погнали дальше, 564 материала. Могли бы, конечно, сейчас деньги не тратить какое-то время. Так было бы выгодно, если мы протягиваем, да. Наша свинья-копилка мне напихает сразу пачку материала. Потом-то она отключится, но сейчас мы за пару волн могли ею набрать много. Но все-таки мне хотелось тоже что-то качать. Нужно понимать, что она мне будет давать материалы, да. Но потом у меня ценники, например, станут такие большими, что все материалы, которые я накопил, уйдут буквально в считанные предметы тоже. Поэтому здесь нельзя тоже так однозначно судить, что вот не потратил бы деньги, получил бы, например, на 100 материала меньше за счет того, что было бы слабее, зато получил бы там плюс 700 материалов с копилки. Зато потом эти материалы ушли бы на более дорогие предметы, на значительно более дорогие предметы, которые очень сильно скейлят себе цену потом.
Что же, я всегда призываю в этом плане мысли шире. Ни однобоко, ни радикально. Вот сейчас уже сборы не так много лутаю, потому... Хотя нет, слушайте, у меня аж реген хороший так-то с кражей жизни. Я думал, что я постоянно тут отхватываю, но... Дело не в том, что я фруктами захиливаюсь, и вон сколько мы. 1735 сбора. Надо обратить внимание, сколько я за следующую волну смогу набрать, кстати. Это не будем брать, это возьмем. Процент скорости атаки давай. 20 удач, 9% для крит удара. Отлично. Тяжелые пули, урон в дальнем бою, к скорости и к дальности, минус скорость атаки, минус крит удар не подойдет мне. Это дороговато, и стат просто переливает одни в другие. Здесь 5 дальнего боя дает, вот что главное, но этого мало. Мне это не нужно, точнее. Это можно тоже. Трофей уже 187 принес мне материал. Это как раз таки вариант, источник материала, собственно, то, что потом ты в будущем фармить перестаешь. Но да, сначала надо тебе найти, собственно, это еще. Добро все. Бабочка, хорошо. А давай не будем сейчас тратить, как раз таки нам считать сейчас мы 400 материалов с синей копилки получили. У меня 1735 сбора. Чуть до хрена, кстати, говорят так-то. И причем я мог гораздо больше сбора иметь даже, мне кажется. На боссах лучше хрен с ним со сбором даже, наверное. Может меньше вкачать, чем обычно, но главное их снести. Если есть смысл еще, знаете, что делать, а? У нас же волна заканчивается... А, стоп, волна не заканчивается, когда мы босса убиваем, да? Или заканчивается? Нет, она заканчивается, по-моему. Или только в обычном режиме все-таки. Нам есть смысл не заканчивать, в общем-то, сразу же. Не добивать их, а пофармить еще, например. В принципе, в любом забеге так есть смысл. Направленно бьем, потому что не хватает. Один готов почти. Ну добей же его. Но второго не добьем, кажется. Не хватит урона. Да, не хватит. Жесть, редко бывает такое, что боссов не можешь вынести на этом этапе. К скорости плюс-плюс к уклонению еще. Блин, у меня уклонение перебор уже. А скорости... Ну, 15% урона даст, но минус статы другие по выживаемости. Слушайте, я, наверное, не буду это брать даже. Что-то как-то... Я не хочу здесь слишком много себе скорости. Опять же, будет слишком неудобно порой. Хоть я могу останавливаться, но тоже too much как-то уже. И минус броню терять не хотелось. Тоже, наверное, нет. Дальности у меня достаточно. Ролл. 20 удачи, давай. Ролл. 20 удачи, давай. Кресло Эсти, 5 хп, 2 регена за каждый минус процент скорости. Понятно. В общем-то, плюс регена не светит нам. Это вообще будет очень ультравредный предмет для меня. Прям нереально. Категорически нет. Плазменная кувалда. 3 оружия нахрен. Я бы предпочел, чтобы шанс на получение оружия понижался у нас постепенно. Сбор у меня 2000 стал, да? Был 1700, то есть я больше 300 сбора залутал. То есть больше, чем 10% сейчас. Чем 10% мне бы вот давало бы, но сейчас оно потихонечку пойдет, собственно, в минус. Я даже сказал стремительно. Худи за уклонение дает процент скорости атаки. Ох ты, блин, минус 80 дальности, правда. Но у меня дальность равно в пусть останется. Это 116% скорости атаки, простите. У меня было 0.48, типа, да? Стало 0.27. Охренеть, мы почти вдвое стали эффективнее, считайте. Просто жесть. Если бы мы с этим пришли на босса, мы бы просто его порвали. Павлина, пожалуй, я... Слушайте, бонус, но мы опыт получаем за материалы наши. Можно рискнуть? Давайте рискнем, да. Плюс урон входящий, но зато сколько опыта он может нам дать. Все деньги просто тратим, да. Уклонение мне не фуловое, но, знаете что, пускай будет так. У меня хп маловато для этого этапа относительно прошлого, например, нашего забега. Раньше подтычки мобов особо не отхватывают, но мы теперь быстро бьем, атаки наши слабее не стали при этом. Если бы я боссов сейчас выносил, мы бы, конечно, их порвали в щепки просто. На следующей волне у нас будут элитки. Как раз таки там мы посмотрим. Нашу нынешнюю эффективность. Этот предмет был, ну, просто нереальный баф для меня дал. Идеально, по-моему, подошел. Ну, например, желудка я так и не нашел для себя. Мне кажется, 25-я волна наш лимит где-то будет. Ну, вряд ли. У меня много-много материала, да, но... Что мне там, по 150 материала на рерол, что ли, тратить? Или как? Я даже не знаю. Вообще, у нас там было 2000 материала, да, там, с копейками. Вот. Я думаю, что у нас отниматься будет чисто. Иначе бы это по-прежнему
ломала игру. Этот персонаж вместе с короной, например. Мы сейчас очень много должны опыта получить в конце. 32-й левел, а 33-й почти. 36-й апнули, ни хрена себе. И да, видите, у меня забрали 10%. То есть у меня было 200 где-то, да? У меня забрали 200 с чем-то, с копейками. Ну там 200 с чем-то было. 210 или там 200 больше, там даже забрали. То есть мой увеличивается в конце волны, оно теперь не работает вообще. Понятно. Справедливо. Но оно будет постепенно падать, когда у меня не, пока у меня не останется где-нибудь там, не знаю, 700 материала, может быть. 700 сбора. Я 70 сбора за волну, в принципе, могу лутать примерно с фруктов. Но не более того, может даже меньше. Но даже так я буду фармить больше, чем у меня другие персонажи, кстати. 6% в коней давай. Так, рерол, 12 хп. Здесь уже можно как-то высокие сам роллы получать везде. 16% к урону. Есть крит удар, есть найдем. Будет гораздо лучше так сейчас для меня. 20% скорости. Стоп, 8 мили возьмем. Точно. У меня тычки сейчас по 107 станут. По 126, приличный баф. 12% к урону. Надеюсь на криты. Ладно, 12 хп, так 12 хп. Кровавая рука. Так, вы получаете один урон, собственно. 12% кражи жизни. Процент урона за процент кражи жизни. Плюс 102% к урону. Это жесть. Это не позволит мне сбор теперь набирать адекватно. Ну, гораздо меньше мы будем лутать. Хотя не настолько меньше, потому что каждую секунду получаем, да? Я хиляюсь, бывает, чаще обычными источниками даже. Кражи жизни той же. Это дает целую кучу процентов урона. У меня теперь 192 тычки. А вот волну назад были 107. Напоминаю, жесть. И у меня целая тонна денег. Подкладка, кстати говоря. Вот сейчас подкладка даст мне тонну хп, кстати. Именно этому персу, да. Я беру. Хоть это у меня все равно я потрачу деньги, скорее всего, свои. А может, не успею потратить. Так или иначе, это много хп. Ролл, все. Привыкная ответная тычка, давай. Тихоходка. Нет. Робот, давай. Лимонад, давай. Ролл еще. Точильный камень, он еще процент урона нам даст. Все, поехали дальше. Так, элитки. Да, вы посмотрите, как мы уничтожаем. Лол. Просто аннигилятор. Очень сильно бьем ее, конечно. Сильные удары, много ударов в принципе у нас идет. Но, мне кажется, меня просто пачкой пичек потом заспамит, не знаю, выстрелами, чем-то еще таким через пару волн. Когда удары станут уже очень сильными. У меня, правда, и брони гораздо больше, чем было в предыдущем забеге. Меня не настолько сильно будут бить, как там. Но все равно. Будет ли хоть одна, блин, серия, где я вот планировал сделать небольшую серию, она получится небольшой. Чтоб минут на 40, на 50, и при этом в записи не полтора часа, как у меня вот эти серии выходят. Потому что, блин, три забега у нас, сколько тут у нас было уже? Два слива? Или три слива? Не помню, три слива, наверное, даже было. А потом уже вот пошел аннигилировать. Сбор 1732. Сейчас уже, видите, не так сильно просело. Потому что у меня забрали, считайте, 180 сбора где-то. Должны, ну там чуть больше забрали. Получается. Я при этом сам набираю еще. Минус скорости врагов, давай. 4% краж жизни. Давай тоже. Погоди-ка, а эта рука сколько она дает? Она 2 к параметру процент урона. Так что это 8% урона для меня, да. Вид удар. Волшебный глист поздноват на самом деле. Можно его взять, наверное? Он мне несколько раз урон даст. Давай даст что-нибудь, да. Минус 10% к урону. Ой, 10% врагам, не знаю. Ну, хорошо было бы, а все остальное под вопросом большим. А давай, слушай. Я закопаюсь от врагов, мне кажется, все равно скоро. Слоненок. Пойдет тоже. Это пойдет. Ролл, меч, садик. Сумка. Ну не, купит себя так уже особо. Ну, а купить и может, в принципе. Ну, впритык буквально. Я не знаю, что мне сейчас лучше, мне скупать все или нет. У меня хп просят, если я буду все скупать. Глаза отлично вообще. Пшеница, ближний бой. Сбор чуть-чуть. Давай. Шрикен, так, это мне все. Ближний бой, рада, что добирать себя по чуть-чуть. Давай, тоже. Так, 23-я волна. 4000 материала практически. Давай смотрим, сколько у нас. 1735 сбора.
Но мы его постепенно расходуем. Да, ребят, сбор у нас как бы уменьшается, но все равно вот этот персонаж, он его прям много получает. Другие персонажи, конечно, не имеют такого огромного количества сбора и будут... Не могут его так жестко себе накапливать, но все равно он как бы... Не то, что прям бесполезен, но он тебе дает такую пачку денег потом, которую ты сам хрен нафармишь. Потому что даже с хорошим уроном в прошлый раз я фармил там 300-400 материала с волны, по-моему, что-то там такое было. Не так много было мобов, сколько у них просто было очень много хп, судя по всему, и дамага. Мои пички там по 456, нормально так летят. Что-то мне казалось, что на 600 лупит. Может быть, в глазах царя бьют на 692, да-да-да. У них-то тычка посильнее, чем моя вроде. Вот я копейки нафармил сам по себе. 1766. 1601. То есть сначала к нам притягиваются все фрукты, а потом уже отнимается. То есть те фрукты, которые повысят мне сбор в процессе волны, их эффективность тоже как бы упадет на 10% потенциально. Постепенно, видите, снижается, как я и говорил. Я не набираю столько, сколько меня забирают. 10 удачи. Ну, давай 12% урона, наверное. Или стоп. Или все-таки 3% кража жизни еще. Кража жизни под 100% практически, охренеть. Она дала 6% урона еще. Давай, пускай будет она. 12 хп. Я бы 7% для... Ой, сколько там? Для крита, короче, взял. Или мили бы, кстати говоря. 232 тычка станет 262. 30 урона. Тычку каждую нормально. Плюс вот это. Надо броню добирать. Если я вот это берем. Поэтому... Панда. Что-то новый предмет, по-моему, я не видел его. 12 к максу Z, 25 к удаче, минус 12% к урону. Давай возьмем, впервые увидим, в принципе. Кстати, предметы не настолько дорогие, прям уж так. Всем обратите внимание. Это можно тоже взять, больше деревьев, пускай будет. Уклонение до капа можно довести, и крит удар немножечко тоже, давай. Поехали, 24-я волна. Все еще много фармим, потому что я едва ли трачу столько денег, сколько мы получаем со сбора до сих пор. Но далеко не все персонажи имеют таких больших количеств денег на этих этапах. Чтобы такой прям запас имелся. Ты можешь такое, в принципе, сделать за разных персонажей со своей копилкой, да? Сразу же копить там. Но тебе нужен прям большой урон, чтобы ты мог особо не тратиться. Вот сейчас подкладка себе на полную программу пока. По полной программе, конечно, раскрывается. Другое дело, что если я потрачу деньги, она меня как попросят обратно. Хотелось бы на таком количестве денег примерно не держаться, наверное. То есть еще подкладок найдем пачечку. Будет, конечно, жесть в таком случае. Скряга еще может вроде бы много денег копить. Он получает процент... Он со свиньей копилкой начинает, да? Но он именно что до 20-й волны хорошо копит деньги, а потом останавливает резко, я так понимаю. Хотя я плохо помню, как у него там особенность, но вроде бы что-то у него там такое было. Ответный удар. Еще точильный камень. Мы вроде не будем притягивать мобов, если не ошибаюсь. Не должно быть такого, из-за того, что у меня там мега отталкивание вообще в минусе огромном. Уничтожитель. Ну, нам толку от него нет. Он бьет каждую секунду, бьет в два раза сильнее, чем секатор. Хотя у него там пробивание адское, да? Можно было по приколу просто на него посмотреть, как он будет работать, все дела, да? Потому что мне сейчас садики мои не настолько сильно уже нужны. Но все же нет. Не буду я менять уже ничего. В этом плане, я думаю. Так, 6% для крит-удара. Сколько его там? 93%. Еще немножечко надо добрать. 12% урона, мастерство. Броню надо еще искать, кстати. Ну, тоже для крит-удара. 136 рерол уже. Щупальце, вот оно одно. У меня 46 хп восстановило. Просто это 46 хп, которые они... Или сколько? 48, точнее. Те, которые мне нужно было восстановить. При том, что у меня криты... Погоди, у меня 112% крита? А, у секатора уже самих по себе крит, походу, какой-то есть, да? Ой, перебор. Как бы показывает, что не настолько мне до сих пор тентакли была нужна. Хотя вот сейчас она меня хорошо должна была. Нет, стоп, она ж не за удар, она именно за киллы. Точно. Но когда у меня будет, если постоянно будет неполная хп, тогда она, наверное, будет мне за волну там больше сотни хилять спокойно. Особенно если их еще парочку поднабрать, повысить. Шанс срабатывания в случае критического килла. Так, почти одну снесли, хорошо. Два носорога это не проблема, мы просто разрываем, у нас очень много урона. Секаторы, аннигиляторы.
собрали, называется. Мне нравится, что брата-то нельзя вот прям полностью сломать, что игра все равно начинает тебя нагибать, все нет такой вот бесконечной такой штуковины, и поэтому интерес остается даже на волнах более поздних, как ты постепенно закапываешься. И сейчас мы с таким большим запасом идем, но в один момент можем резко вдруг взять и сдуться. Кто знает, как там получится. И левелапов за счет того, что мы так много материала получаем, очень много, конечно, тоже. Разбираю. Наверное, не стоило брать, хотя. Не знаю. 15% скорости атаки еще. Ну, давай. 12% уклонения уже овер. Радует, что как резерв это использует. 9% крит удара тоже овер. 2x скорость атаки. Так, сколько у меня кибершары экстренно нанесли урона уже? 147 тысяч, нормально. А глазик где у меня? 34 тысячи. Что-то не так много, кстати. У меня, правда, достаточно поздно его подобрал, все же тоже. Приманку можно взять. Давай. Почему бы и нет? Еще приманку? Так, вот это уже опасненько звучит на самом деле. Броня, допустим, пускай будет. 3 хп. Еще павлина, да, взять дополнительно к этому? Блин, я даже не знаю, но он даст много опыта. Ну давай, на одну волну повышенный урон. Я надеюсь, что мы выдержим. Будет интересно. До сих пор целая тонна денег просто. Так, и сейчас надо сносить вот этих вот. Ну, в принципе, они не должны нас вынести, потому что... Да, мы их выносим моментально тоже. Там они делают дэш на нас, но не успевают долететь. Можно даже не отходить было в стороны, чтобы на их выстрел не нарываться. И вот так вот себя показал фермер со сбором. Прям вообще замечательно. Но круто, что со сбором продумано, что он тоже контрится так. При этом я честно не знаю, сейчас мне надо тратить деньги в больших количествах и искать красные предметы какие-то конкретные. Как-то себя резко усиливать или же плавненько действовать. Потому что игра, она, я так понимаю, что в геометрической прогрессии усиляется. Пока она нарастает, нарастает, а потом с каждой волной там еще сразу же... С каждой волной на 10%, условно говоря, усиливается, да, и в итоге числовое значение по бонусу это каждый раз дает ей больше и больше. По урону, по хп там и так далее. Пока-то живем, но уже такие тычки ощутимые бывали. 1273 сбора, да, то есть я фармлю меньше, чем где-то 140 сбора за волну. Глаза пришельца замечательно. Ролл, 12% уклонения, блин. Все, что я не ищу. У меня много регена, кстати говоря, что-то набралось. Наверное, от глиста, да? Я его взял весь? Да, от него набралось. Явно. 4 брони. Эффективное хп 487. Не того, сколько вот есть, если бы обычно меня бы убили. Давай бонус на опыт еще, допустим. Качка взять. У меня дальность в минусе, вот что плохо. Не буду его брать. Ваши снаряды отскакивают. Спасибо, у меня нет снарядов. Я не знаю, может быть, это работает на глаза, но ради глаз я это брать не буду. Хотя минус 35% крон для меня не так уж и много. Но что у меня отскакивает, я даже не уверен. Будет ли что-то отскакивать? Давайте посмотрим, смотря. Может быть, глаза будут отскакивать. Не знаю. Вот. Да, ну сейчас скидку, наверное, купить. Скидку сейчас я вообще зря уже купил, я не потрачу столько денег, скорее всего. Хотя нет, могу потратить, но... Может, не буду просто. Гномик. Блин, еще минус дальность. Зато плюс 10 ближнего боя. Картофель есть. Предмет, который выглядит, как всегда, автопик. Но иногда тебе бывает скорости много. Ну и надо учитывать, конечно, что... Ну это прям очень хороший предмет, да. Надо учитывать его ценник. Еще. Тентакля. Все, поехали дальше. Дальность хочу раскачать себе. Так, два этих самых. Два повара. Просто уничтожаем. Кстати, зря у них, смотрите, я одного снес. У второго тоже другая. Нет, стоп. Нет, у этого фаза не переключилась. Мне показалось сначала, что они вдвоем хаотично начали бить. Но нет, все же. У каждого отдельно все-таки это идет. Отлично. Плюс два сундучка еще. 45 левел. Насколько больше надо опыта, я не знаю брать, но мы в итоге набрали очень много статов, как минимум от того, что у нас левелапов огромное количество относительно обычного значения, да? Ну и это, соответственно, идет следствием, на самом деле, из-за большого количества материала, который даже от сбора мне засчитывает опыт.
В итоге, да. Купает он просто нереально много всего. Может купить и позволить себе. Фермер уже не такой безобидный, как был раньше. 1193. Вот видите, потихонечку замедляется мое снижение сбора, и оно вот остановится где-то. Мы по-прежнему будем фармить много, не говоря о том, что еще с мобов тоже фармим что-то. Один брони давай. Это не хочу до сих пор. Три брони, замечательно. Магия пришельца. Ну, я думаю, можно. И удачу обратно возьмем себе. Острый соус. Смотрите, острый соус мало нанес урона, при том, что у меня их... А, у меня он один, да, по-моему? Да, он у меня один, но тем не менее он не так много урона прям нанес совсем. При том, что он очень сильный, должен быть взрыв и все такое, но радиус маленький. Это основная проблема. Замедление мобов. Брони в голову не хочу, я хочу себе этот самый, я хочу себе, чтобы... Так, стоп, а где у меня там глаза? Сколько они нанесли урона? Теперь уже. 147 тысяч. Разгоняются, будь здоров, как надо сказать. Кибершарики-то они обогнать могут спокойно уже. Вот это я зря взял, наверное, хотя оно у меня подкидывать будет, в процессе забега тоже приятно. После гибели врага из него вырывается пуля, наносящая урон 4. 4, потому что у меня 284% к урону. Но дальний бой прям пипец. Она будет рикошетить еще, но толку с этого будет очень мало. Я мог бы дальний бой себе вкачать, и это стало бы даже более-менее было бы эффективно, если бы мы успели. Эти пули были бы реально мощными. Но это прям много времени на это уйдет еще. Учитывая, что дальний бой качать вдвое медленнее, чем милишный. Там 4 дальнего боя дается красной прокачки за левел ап. 16 дальнего я буду очень долго выводить в плюс. А потом еще раскачать надо. Хотя дамажиться оно могло бы, конечно. Шальные тычки ко мне прилетают время от времени. Уклонение это не будет тебя стабильно тоже спасать. Порой несколько ударов подряд можно схватить. Сколько меня бьют, например, если я попадаю под атаку вражескую? Не заметил. Сложно сказать, блин, цифры, покажите мне, ударьте. 28? Всего-то? Или мне показалось? 58% меньше получаем урона. Допустим, в 20 с лишним разу. В прошлый раз у меня тоже была какая-то броня. Неужели там за следующую волну, буквально за следующие две, они повысят свой урон почти в 2 раза? Или около того? Так, это можно знать, потому что у меня процент крит удара у меня все равно там для оружия 100%. Кража жизни 100% будет скоро. Ну это просто по приколу, она в таких количествах не нужна, конечно. У тебя ограничение все равно в 10 узов в секунду. Она не будет тебя спасать в бесконечном режиме. Рикошет. Давайте еще один, наверное, не будем брать. Он, собственно, предметом идет, да. Я до сих пор так и не обратил внимания. Оружие сыпет. Броня. Уклонение у меня можно по этому понизить себе. Не проблема, в принципе. Вот эта штука тоже мало нанесла урон, потому что я мало уклоняюсь непосредственно. Сколько сбора? Сбор 1118, смотрите-ка. И у меня замедляется сбор на 10% каждый раз, то есть он у меня это сам идет, но он не ускоряет своего понижения. Там, по крайней мере, про это ничего не сказано. Может быть, после 30 волны он будет понижаться на 20%? Могли бы так сделать вполне. Потому что иначе я буду держаться определенным количеством сбора стабильно. Весьма. Я буду фармить себе сколько-то за одну волну. И около сотни я как раз таки фармлю, поэтому у меня количество держится. Конечно, ты все равно потом сдохнешь от того, что тебя будут бить на 2 сотни, да, урона, скорее всего. Но сейчас мы себя очень неплохо чувствуем. Причем не просто плохо неплохо чувствуем, мы не чувствуем напряга сопротивления от игры вообще. Сейчас я бы сказал так. Типа прогулочка в парке прямо. Относительно предыдущего забега, например, предыдущей серии, точнее. Там вроде все было тоже неплохо, но потом закопался все же. 3 регена минус кража жизни, ну давай, ладно. Чуть-чуть ей можно пожертвовать тоже. 3 брони. Это возьмем. 1047. Ну, меньше 100 я фармлю, да. Ну, там около того. И меня забирают потихонечку. Дальность хочу. О! К параметру удачи за процент крит ударов. Во, то, что мы искали тоже. Монетка. Меня удачи станет вдвое больше практически. Ну, кибершар. Сколько у тебя там урона сейчас? Где он там, блин, погодите. 335 тысяч. Чекаем. 30-я волна, 2 босса. 2 босса элитка, да. Я что-то про это уже забыл. Так, главное сейчас не скиснуть здесь, потому что здесь будет мало мобов так-то.
А боссы жрут больно. В прошлый раз меня эта волна, по-моему, и вынесла, кстати, да? Реально мобов мало. Еще агрессивные мобы больше появляются. Эти злые засранцы мелкие. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, от всего хрен задоджишь вообще. Перехиляться пытаешься, но, слушайте, бьют-то больно. И я их не выношу так моментально. Я думал, что мы их выносить прям будем. Но у них хп значительно повысили босса, судя по всему. Сейчас за эти... Относительно того, что было на 20-й волне. Жесть, никого не могу снести. Хотя бы одного, посмотрите, из него будет красный сундук или белый. Наверное, могли бы красный сундук сделать, все же из босса. Нет, обычный сундук. Лол. Окей. Но справились, в принципе, уверенно все равно. Так, что я там хотел? 235 тысяч у него было или около того, да? У кибершарика. 387 нахрен. При том, что это была очень хреновая волна для него. Очень плохая. Давай, дальность. Еще удача. Минус удача, правда. Ну, давай, ладно, пускай будет. Не хочу я минус дальности себе. О, дальность 45, хорош. Соус берем. Миссис Катураль нет. Тихоходка. Толку мало. Хотя, одна тычка. Ну, блин, вначале там тычку эту шальную ловишь. Пытка. Автосмерть. 1000 стоит еще к тому же. Автослив просто сразу же. Бесплатная замена. Ну, в принципе, давай, ладно. Тут ценники уже такие атомные, что даже за 340 ролика покупаешь. Если мы еще какое-то время протянем, то, в принципе, он себя купит. Урон по боссам и элите, давай, в принципе. Кибершар, еще один. 387 тысяч было там, да, написано? Ну, чекаем. Если продержимся, то посмотрим на полноценный урон. Особенно, если здесь будет толпа мобов. Интересно, а тут орды вообще могут быть? Потому что у меня сплошные элитки попадаются, по-моему. Не помню, в прошлый раз у нас была хотя бы одна орда после 20-й волны или нет. По-моему, у меня шальными тычками просто умирают мобы, вот эти яйца и так далее. Никто не может появиться толком. Но на волне, в принципе, очень мало мобов сейчас, посмотрите. Просто нет. Нормальная дополнительная серия по братата, блин, требует времени не меньше, чем полноценная, в принципе. Так еще и для отца аналогичная. Охренеть, не рассчитывал я так, когда переводил братата на дополнительные, скажем так, серийки. Ну вот я говорю, за счет того, что она не монотонная такая, хотя вот я бы сказал, что в бесконечном режиме все-таки она, если у тебя сильный забег, она становится более монотонной. Но все равно гораздо лучше с этим вопросом, чем во многих играх бывает. Мне в итоге не надоедает, и правда сейчас вообще никакого сопротивления не было. Но я думаю, что в один момент так все хорошо, а потом взял и сдох. Так, вероятнее всего, и будет. 20% скорость атаки еще. Опять же, это стат, как и броня, его и смысл всегда качать. Даже 0.24 сейчас у меня дает, казалось бы, всего лишь 0. Почему-то. Для меня даже 20% скорость атаки не дает даже 0.01. Охренеть. Этого я не ожидал, если честно. Роу. Надо еще немножечко скорость атаки добрать, тогда даст 0.01. Это даст сразу же мне там целую кучу. Ну, так, прилично добавить, скажем так. И все равно, по-моему... Скорость так, и чем дальше, тем, знаете, как с процентом к урону. Он вроде дает тебе бонус, да? Но первые 100% к урону для тебя более ощутимы. Скорее так, да. Оно ж не от остатка считает. Шлем давай возьмем. Не знаю, инъекцию тоже давай. 0.24 по-прежнему все еще. Металлодетектор. Я даже не знаю. Ну давай. Кстати говоря, у меня деньги почти закончились. У меня 244 хп. Откуда? А, потому что глист мне много дает хп. Сколько мне дал уже? 45 показателей. Это суммарно, в смысле? Типа 9 волн со мной? Мне казалось, он дольше со мной уже. Типа 5 на 9. Наверное, это хп считает. Сколько? Он со мной 15 волн, наверное. Думаю, что да. Поехали дальше. Сколько у нас на сборе? 923. Чуть-чуть понизилось еще, да. Так, теперь 3 элитки идет. И они уже, ну, потолще явно, да, тоже, чем были. Все равно мы их вроде как более-менее... Хотя не скажу, что более-менее мы их выносим как. Ну так, типа, бьем, но... Все же и они кусают весьма больно уже. Много ударов прет. Но есть все шансы их снести. Особенно, когда с одной разобрался, уже нет такого шквала совершенно. Там уже не проблема, да. А носорог, он просто улетает куда-нибудь и дальше не доставляет проблем тебе некоторое время.
Три мясника, например, было бы противно весьма. Три самонера. Ну так, к ним подобраться было бы трудно. На самон на их было бы пофигу в целом себе. Но они бы своими выстрелами отгоняли тебя просто. Через них... Они, значит, что-то рассинхронизировались, например, по атакам, да? В итоге только через одну проходишь, следующая летит сразу в себя. С мили было бы трудно подойти. 30 меня тычки бьют всего лишь. Но опять же, у меня много брони, потому что еще. Тентакли уже более-менее подхиливает, да. Уже так это чувствуется. 20 удачи. А ритуал по-прежнему берем, потому что статы все равно. Можно хорошо жизнь теперь жертвовать еще. Плюс хорошо жизнь дает для меня процент корона тоже. Вот жертва как раз. Садик. Сейчас уже, да, сейчас уже подкладки, например, которые я надо, дает чуть-чуть совсем хп теперь. 4 хп, то есть... То, что я там взял, она мне на тот момент помогла немножечко, но сейчас она снова бесполезной стала. Что я, собственно, и говорил. Все равно я деньги все потратил свои. Я думаю, что оно того стоило вполне. Я себе прилично всяких статов набрал. Если бы я остался бы с хп, ну, стоял бы на месте и по урону, в общем-то. По выживаемости... Враги по дамагу, мою выживаемость все равно перефигачит. Я думаю. Ну, правда, опять же, вопрос когда. Что из-за того перевесило бы мой урон или выживаемость. Но нехватка урона может. Хоть большая выживаемость, все равно может по щелчку пальца закончиться резко забег такой. Тем более, когда все равно тебя начинают очень сильно бить уже. Но пока что я не чувствую никакого сопротивления, типа, особо. Прогулка в парке такой, типа, 33-я волна, такой, да, на изи. Просто вот собрал забег более-менее, такой, типа, норм. На этом более поздних забегах, если ты прям рассчитываешь на очень поздние волны, то, конечно, тебе надо максимизировать импакт чисто свой, и ты можешь гораздо больше уже рассчитывать на какую-то конкретику среди предметов. Хотя тот же охотничий трофей мне попался только лишь один. А могло и ноль. А могло и пять. Это не надо. 6 ближний бой можно. Купон? Да не будем, наверное, он окупаться будет дорого. 815 сбор, но все еще сбор есть. Все еще он дает мне. Еще броня. Вот это можно тоже бесплатно взять, считайте. Блин, ну ценники уже пипец. Другие персонажи здесь вообще ничего покупать не смогли бы уж толком. Охотничий трофей 1387 принес. Не скажу, что очень много, но сейчас побольше будет уже. Если мы его купим. Хотя он окупаться будет пипец сколько времени, кстати. Он мне за 10 волн окупился. Ну, за 10 волн я окупился, чем за 10 волн я принес столько денег. 790 мне будет возвращать очень долго. Мне кажется, поздно его брать. Честно говоря. Погнали дальше. Так, самонеры. Давайте сначала с пором разбираться, наверное. Хотя, яйца тоже ломать надо. Слишком много яиц, слишком много шальных тычек могут сделать. Потом при спавне. Далеко... Ох, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот-вот-вот, что я говорил, да? Прогулка в парке, а потом ты по щелчку пальца берешь такой, опа, умер. Вот как сейчас чуть это не произошло, да? Один человек писал, что у него было ощущение, что уклонение перестает работать в поздних волнах. Что, мол, у него было 90% уклонения за призрака, а он там 4 тычки подряд отхватил. Как бы вероятность такого все равно остается, да? Что ты можешь так отхватить подряд. Я сомневаюсь, что уклонения все-таки тебе режут, как здесь об этом вроде как не говорится, по крайней мере. Ну да, да, типа ничего не говорится об этом. Достаточно того, что у тебя ограниченное количество уклонения, шанс. Для того, что у врагов повышается дамаг. Это уже сильно срезает твою выживаемость. Слушайте, ну, на 40-й я точно сдохну, но, по-моему, я сдохну даже раньше. По-моему, я сдохну максимум на 37-й. Я не вижу того, как я ее прохожу. Ну и у врагов еще больше хп повысится, типа я буду там скисать прямо. Мне кажется, что да. О, кстати, 0.23 секатор стал. А я минус скорость бега, скорость атаки себе взял. Но где-то, походу, я ее себе еще дополнительно повысил. До этого. И там перевалил в итоге. Стеклопушка 1200. Жесть. Лук в ужасе. Блин, я кибершар забываю, кстати, чекнуть, сколько он там дамажил, по-моему. Там у него заря можно, наверное, перевалило. 800 тысяч. Достойно. Глазики 996, они перевалили все равно, кстати говоря. Слоненок 100 тысяч. Ну, слоненок у меня плохо работает, да. Потому что далеко не везде остаются у меня хоть какие-то материалы. А он, интересно, я при... Погоди, он при подборе материала или при получении? При сборе материала.
Просто если было бы при получении, то, например, у меня охотничий трофей или кинжал, вот этот вот, который зелененький, такой, который появляется при. Вот этот вот, который появляется при киле с крита с охотничьим трофеем проком. Он дает материал тебе, но это не при подборе материала, это именно он дает материал, он не спавнит его тебе и не позволяет подобрать. Так что с этим он не работает. Тоже такие нюансы, которые, братата, вот интересно насчет этого просто порассуждать, да? Это не то, что настолько как-то необходимо, я не люблю заниматься минмаксерством, опять же. Но интересно насчет этого порассуждать именно, но без какой-то излишней духоты. Ну вот там, где нет элиток, мы, в принципе, себя комфортно чувствуем до тех пор, пока нас не начнут дамажить там по сотне урона сразу. Сколько нас сейчас бьют вообще? Как мне узнать, блин? Уклонение. Непонятно. Больше сбор у меня там забрали, но до сих пор пока что, ну, 729. Все равно меньше, чем я, по-моему, не собираю, чем меня отнимают до сих пор. Но видите, как оно медленно снижается. 16% крону. Не так много это даст уж, на самом деле, ну ладно. Это берем, ролл. Ролл. К радиусу взрыва, кстати говоря. На наши фруктики, которые, правда, ни хрена толком не дамажат. Здесь было бы удобнее, знаете, что если была бы кнопочка открыть все предметы перед собой, потому что тут крутить их так в поздней игре весьма неудобно. Вот это небольшой такой момент, который хотелось бы. 136 тысяч все равно несу сколько-то. Так будет значительно эффективнее тоже. 36-я волна. Я доволен забегом. Мы реализовали, получается, и фермера прошли на пятой угрозе. И реализовали его через сбор по полной программе. Посмотрели на его потенциал вполне себе. И посмотрели на более даже поздние этапы. Сам ты... Ох, нифига себе нюх ХП, кстати говоря. Ты просто постепенно-постепенно взрываешься. Тут уже у этих мобов, по-моему, где-то 1006-7 ХП, мне кажется. По ним прям... Ну, может, чуть поменьше. Не знаю, сколько у них там ударов выходит. Но много. По-моему, у меня взрывы, поскольку он никуда не дамажит. По 654, да? С критом за косарь переваливают вроде бы. Там крит шанс у них есть, но крит шанс их не повышается, если не ошибаюсь. Вот таких вот работает зачастую так. То есть там крит шанс есть у каких-то прок в том числе. Но он у тебя не повышается с твоим. Что-то такое мне рассказывали когда-то. Ай-яй-яй. Стоит быть поаккуратнее, наверное, через толпу сейчас уже точно не стоит пробегать, да? Слишком это рискованно. Так, и сейчас, смотри, постепенно я сбора все меньше и меньше лутаю, потому что у меня здоровье уже, видите, даже в конце оно было не заполненное. Думаю, просто скорость так и не хочу. Давайте броню возьмем. Радиус взрыва. Ролл за ноль. От приратника толку не будет. Ролл еще. Соус последний, четвертый стак, кстати. Если мы проживем эту волну. Но я в этом сильно не уверен. Два самонера плюс повар. Могло быть гораздо противнее, но и так меня типа бьют весьма себе сильно. Ну да, я не уверен, что мы пройдем волну. Вы уже видите, что там серия заканчивается явно. Ой, жесть. Если вот так вот подбегать немножечко, да, от них. Ох, да-да-да-да, охренеть, там дамажит уже. Такое ощущение, слушайте, у меня серьезно начинает складываться, что... Нет, наверное, кажется. Наверное, просто по мне столько тычек прилетает, что уклонение меня особо не спасает. Все-таки, наверняка оно работает по полной программе, просто так кажется. Потому что тычек прям очень много я ловлю. Даже с учетом уклонения у меня есть, с учетом моей брони, здоровья и регена всяких, раз жизнь 10 секунд, да, регенить может. Хотя, по-моему, она до сих пор меня так не регенит. Потому что я сейчас мобов особо не бью. Аж подтормаживает. Ну, слушайте, выжили даже? Охренеть. Нормально. Еще стремная пища. Замечательно. Ну и идем дальше. Сколько у меня там сбора? 638. Но до сих пор он что-то дает. Ощущение, что скорость бега у мобов повышается. Слишком они какие-то реактивные стали. Я не знаю, до сих пор не читал, что именно меняется, собственно, у тебя внутрь. Понятно, что дамаг, КП врагов там и так далее. Наверняка что-то еще ведь. И с каким темпом оно меняется? Оно на конкретных волнах резкие скачки делает? Или все-таки плавно повышается? Или и то, и другое, скажем так. В этих скорость бега явно такой не было, по-моему. 40-я волна, я так понимаю, что там будет два босса и, возможно, две элитки. Поэтому я понимаю, почему некоторые... Не раз я слышал, что там до 40-й волны доходили.
не очень редко дальше, потому что 40-я, значит, это будет прям полная, полная задница. Но тут обычная волна, видите, она не так проблемы доставляет, не такие прямо совсем. Хотя все равно теперь уже часто отхватывать нельзя. Одну тычку я уже восстанавливаю очень-очень долго. Не, ну уклонение срабатывает, в принципе, регулярно. Ох ты, блин, тут. Я уже думал, я сдох. Нет. 4 брони еще, может быть, стоило скоро стаки дать. О, странный призрак. Самое время, да? Вообще. Ох, ни хрена себе ценник. 6 брони, 6 инженерия. Но ценник 3000. Обосраться можно. Ну и постепенно ты, да, перестаешь покупать хоть что-то. Кибершар 1 350 000. Кстати, а сколько нанесли эти самые? 106 тысяч, 105 тысяч, 110 тысяч, 120 тысяч. Нормально тоже надамажили. У меня там уже видосик должен был выйти. Ни хрена себе, у меня запись задержалась, конечно. Запись идет уже 2 часа. Запись по братата. Дополнительная серия называется. Сдуреть можно. Как я нахрен это буду все успевать, когда у меня еще военкоматовский сценар начнется, я просто не представляю. Но надеюсь, что более-менее как-то буду справляться. Ну и рад, что это вроде как ценится все-таки до сих пор. Приятно. Так, не то, что прям удивлен. Но все приятно, что до сих пор братата не теряет интереса к себе у аудитории на самом деле. Даже. Несмотря на то, что это персонажи по второму кругу идут, но тут, конечно, да, фарш полный творится. Все! Я что говорил до этого, да? Терпеть не могу эту фразу, я же говорил. Но я же говорил, что я сдохну по щелчку пальца вот так. 122 урона стычки. При том, что у меня было 72% меньше урона. То есть тычки врагов были по 400 где-то. Да. ХП это прям пипец. Но я бы даже, если у меня был большой буфер ХП, был бы, я бы его не смог захиливать, наверное, так хорошо. Потому что я стабильно отхватывал. Фруктами я бы не напасся, а краж жизни не спасла бы настолько сильно. Кто не успеет так много надамажить за последнюю волну, конечно. Что у нас там есть еще по урону такое? Посмотреть можно. По статам моим. Сколько что сэкономило. Кролик 922, например, сэкономил у меня. Что еще? Глаза 1 911 000 нанесли урона. Слоник 170 000 урона. Это 80 статов насыпало. Это 70 000 урона. Не очень много, прям совсем немного. 110 УЗ адреналин отхилял. Тоже не так уж много. Но, наверное, он хиляет себе именно тогда, когда у тебя ХП не хватает. Поэтому это 110 ХП те, которые не в овер ушли. А именно те, которые были полезными. Правда, все равно маловато для, даже для таких. Для такого здоровичка. Тентакли 862. Вот тентакли уже, да. Когда у тебя ХП просаживается и постоянно надо что-то регенивать, вот тогда она с критами хорошо дает. 740 тысяч. Острый соус потихоньку начал тоже раскрываться. Охотничий трофей 2000 насыпал мне. Утилизатор 0 материала получено. Почему пишется 0, когда мы... Он просто не учитывается, походу, да? Он должен за разбор показывать, сколько, насколько материалов я больше получил за счет него. Вот это было бы грамотно. У меня сила фруктов плюс 17. Охренеть. То есть 20 хилки фруктов было у нас. Лям 465 000. Кибершар. Что еще? Все, да? Все. Вот такой вот получился, ребят, забег за фермера. Я доволен, в принципе, надеюсь, что интересно вам было посмотреть тоже. Сильный персонаж, могли до 40 волны дожить, мне кажется, вполне себе. Ну, дожили, как дожили. Я доволен, в принципе. В следующий раз я бы сыграл Сизолов Кача, на самом деле, через турнирные копья. Мне кажется, что это далеко не самый простой персонаж, и вряд ли он будет жить далеко. Мне кажется, до 25 волны за него дойти может оказаться сложнее, чем за фермера до 39. Вот серьезно, у меня есть такое ощущение. Хотя, покажет опять же время. На этом сегодня, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Леоми. Подписывайтесь на канал, я буду очень рад. Оставляйте комментарии, оцените видео, мне тоже будет очень приятно. Вступайте на сервер, заходите пообщаться, на канал Телеграм, чтобы не терять ничего. Ну а я желаю, ребят, всем хорошего настроения, такого же дня, всем удачи, новых встреч. Всех кусь-кусь и всем пока. Пока.